Даруй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце втомилось страждать, хочу. Має де присісти, будь ласка, займіть ваше місце. А зараз я звертаюсь до цієї книги, усіх книг, яка називається Євангеліє. Це блага вістка. Ми сьогодні другий день святкуємо. І не тільки ми. Цього року весь світ разом святкує. Це велике свято. Народження Церкви Ісуса Христа, коли Дух Святий вилився на апостолів. Це є дійсно наше свято. Це є велика радість для всіх християн. І ось я якраз на цю тему буду читати Слово Боже. Євангеліє Іоанна з 14 розділу, 16 віршик, слова, які сказав Ісус Христос. «І я облагаю Отця,
і Він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами повік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його, і не знає його, а ви ж знаєте його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Любі друзі, ця обітниця в день П'ятидесятий виконалася. Христос сказав, не покину сиротами. Ви знаєте, нам часто доводиться бувати у сиріцьких будинках. І це дуже боляче дивитись, коли прийдеш туди, і діти біжать назустріч і питають, дядя, чий ви тато? І просяться, дядя, візьміть мене на руки, потримайте. Ця дитинка ніколи не притулялась до грудей тата чи мами. Вони хочуть любові, ласки. Сирота, я часто пригадую, коли в один дім вбігли двоє дівчаток, одинаковий на зріст. І одна зупинилася в порозі, а друга прибігла до своєї мами і так притулилась до її грудей. Мама погладила по голівці, поцілувала її. А та стояла в порозі, і з її очей полилися гіркі сльози. Мені сказали, то кругла сирота. Вона не розуміла, як це так можна, і їй крепко стало навіть завидно, що як та притулилася до мами, є кому пошкодувати. А її не було кому, бо вона сирота. Шановні мої, Христос сказав, я пішлю Духа Утішителя. Саме слово «утішителька» – це той, який буде утішати. Може, в тебе якась сьогодні горе, може, якась біль. Чуєш, Дух Утішитель, Він післаний на землю Ісусом Христом. І слова Христові вірні, я не лишу вас сиротами, я прийду до вас. Як добре сьогодні відчувати, що Він є з нами. І сьогодні Він хоче радувати твоє серце, твою душу. Він сьогодні буде говорити до твого серця. Любі мої, але ми будемо просити Його. Як написано, є сам Христос сказав, просіть і дано буде вам. Стукайте, відчинять, шукайте, знайдете. І Бог каже через пророка Ісаїю, шукайте Господа, поки можна знайти Його. Кличте, поки Він близько. Бог сьогодні дав час для кожного із нас, щоб ми Його пошукали. І я всіх запрошую, давайте будемо ми в молитовному стані. Сьогодні є тут брати і сестри, які хочуть розказати, як цей Дух Утішитель до них прийшов, як Господь врятував їх, як вони гинули. Але сьогодні вони тішаться, що Господь не пройшов і повз них. Він вилив свою благодаті на них. Алілуя нашому Богові! Шановні мої, свого часу, коли Ісус Христос сказав до своїх учнів, для вас буде краще, як я піду. Бо як я піду, то я умолю Отця, я вблагаю Його і пошлю вам утішителя. Слухайте, ніяк вони не могли примиритися, учні Ісуса Христа, що може бути краще без Нього. Коли чи то на морі, чи на суші, де б вони не були, і як зустрічалося, як і горе, вони в один момент звертались до Христа. І свого часу, коли хвилі заливали на морі, вони будять учителю, ми гинем. Він став, дав наказ вітру і хвилям. Вітер замовк, хвилі уляглись, а вони, дивуючись, скажуть, хто це? І вітер, і море, все його слухає. Я не раз задумаюсь над тим місцем писання. Невже вони ще не до кінця зрозуміли, хто то такий? Що це той творець, всього видимо і невидимо, все йому покорається. Я часто пригадую одного брата, який любив казати, для Бога що рак, а що чи рак, то одне. Люди сьогодні часто жахаються, ми бачимо, як хвороби косять, і десь тільки в лікарню сказали онко, і людина вся зблідла. Але є Господь, цар над царями, і той, який керує Всесвітом. І Він каже, без мене ви нічого не можете, ми без Нього нічого не варт. Дихання наше в Його руках, і ми будемо кликати Його святе, переможне ім'я, воскресло Ісуса, і то, який виконав свою обітницю, виливши свою благодать. І я прошу, брати, сестри, написано, піднімайте очі догори,
до гір, звідки приходить допомога, ми сьогодні будемо звертатися, схиливши свої голови. Я багато часу не буду забирати, я на цю тему хотів би говорити, але я знаю, брати сьогодні доповнять. Я своє місце хочу віддати друзям, хай Господь благословить. І тому, схиливши свої голови, щиро молимося, шукаємо, брати, сестри, Господа, просимо, щоб Він говорив сьогодні до нас. Молимося. Удивляться. Дух сильный, так говорит Дух Святой. Жара Марики, ты уперем. И то, что ты здесь, удивляет тебя. А тот народ, который варается, Герман, но тот народ, который молится за тебя, не удивляется. Будет великий роман. Ибо я сегодня сделаю операцию над твоим сердцем. Сделаю рукой Марики. Я рукою моею заберу твое каменное сердце, но вложу плотяное туда. И войдешь в свой дом, и все удивляться будут. Кровь Сына Божия. И говорит, что это сделало с ним. Но это сделала рука моя, операцию на этом дворе. И ты прославишь меня. И соберутся соседи и будут говорить, что с ним случилось. Но это сделала рука моя, операцию. И я это буду делать в этом доме сегодня. Я положу мир мой в твое сердце. Говорит Дух Святой. Так говорит Дух Святой, ибо то, что делаю я, будет удивлять многих. Ибо это делать будет моя рука. Ибо я крепко люблю тебя, мой народ. Я собираю тебя, как птица птенцов под крылья мои. Я хочу любовью моею согреть тебя. Открой твое сердце, приблизься ко мне. И будешь благословение мое брать рукою твоею. Говори из твоего сердца желание твое. Я исполнять его буду здесь, на этом месте. Я произведу в этом лазарете силою моею. Властью моею сделаю то, что разум твой умещает. Жди, говорит Дух Святой. Аминь. Аминь. И вот облако
оно двигается по стану на месте сием, и как важно, чтобы сердце было открыто отверстием к небу, ибо дождь уже изливается и орошается внутренность человеческая. И так, если ты пришел предстоять перед лицом мое, как важно, чтобы сердце твое было раскрыто, как многие эти источники заваленные, и нужно отвалить камень греха и беззакония, и знай, душа твоя оживет, ибо сила воскресения, она уже начала действовать в силе на месте сием, и Дух Святой, он идет помежду радио, как нужно быть чутким, крамина глайду сталмина, ибо если сегодня враг нагромодил разных проблем перед тобою, то ты должен служить это все у подножья, ибо я пришел дать мир и покой, как многие жертвенники семейные разрушены, и потеряна связь с небом, потеряна молитва, но ныне ты должен возгореться от жертвенника моего, говорит Господь, и этот огонь понести в свою семью, ибо вот в планах неба сделать перемены во многих сердцах, и обновленные пойдут с этого места, потому что время поменяется, структура поменяется, но ныне задаю Дух Святой вопрос душе твоей, согласен ли ты, чтобы поменялось твое внутреннее состояние, чтобы поменялись твои взгляды и твое сердце, а Дух Святой готов сделать это, и как важно сегодня не ждать конца служения, ибо Дух Святой возмущает воду, и действие оно уже начато, рука моя, она низко опустилась над местом сием, ибо ремену скиберегло ремена, резец слова моего, он пройдет по внутренности твоей, и сделает великую обрезку, дабы усовершенствовался Божий человек, дабы ты мог приносить плоды и быть светом, и вот так знай, ибо из тебя оно расплывает, это благословение на окружающих, и как важно ныне, что несешь ты, куда устремлены глаза твои, если ноги твои бегут, как быстрого оленя, то ныне будут поставлены дорожные знаки, дабы остановить тебя и показать путь превосходнейший, и так приблизься ко мне, я приближусь к тебе, и мир мой хочу дать в сердце твое, аминь, аминь. Достойний хвали. Господи, вилий твою благодать ще більше на кожного з присутніх, а тобі приносимо славу, честь і подяку, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Святий Дух, утішитель сердечний храм мій освяти. Завсіди будь ти, мій учитель, відкрий твої слова святі. Навчай мене пізнать Творця, научи любить Отця. Даруй мені дух розуміння, сумнів ніколи не впадай, щоб всі божественні любов'ю дух ти знов зігрій, любов до святості дає. Yeah.
Аллилуйя, 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 Аллилуйя. О, Дух Святий, прийди до нас, і царство правди замітні серця. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. О, Дух Святий, прослав Христа, і направляй наш царство в небеса. Алілуя, 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 алілуя. Швидко, швидко час минає, за роком мчить. Треба серце чисте нам небо донести. Треба серце чисте нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам вічність донести. Треба серце чисте нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам вічність донести. Ще у Бога милість є для усіх людей. Тим, хто в нього вірує, він життя дає. Тим, хто в Бога вірує, хто правдиво вірує, хто від серця вірує, він життя дає. Тим, хто в Бога вірує, хто правдиво вірує, хто від серця вірує, він життя дає. Швидко, швидко час минає, рік за роком чить. Треба серце чисте нам небо донести. Треба серце чисте нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам вічність донести. Треба серце чисте нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам вічність донести. Слава Господу, дорогі друзі! Поздравляю вас з праздником! Сошедший Духа Святого, слава Ісусу Христу, що Он коснулся нас, вибрали з этого мира столько много народу, а Он вибрал нас. Ми блаженні, слава Ісусу. Вот, я хочу немножко засвидетельствовать. Меня зовут Вероника, я из Московской церкви. Я уверовала в Бога в Армении. Я сама армянка из города Ленинакана. Уверовала там, ходила в церковь, одевалась, как подобает святым, но мое сердце не было вполне отдано Господу, потому что мне хотелось нравиться еще людям. Я была очень молода, мне было 21 лет. Мне хотелось накручивать кудри, мне хотелось одеваться модно, красиво и нравиться людям. И в итоге я перестала ходить в церковь и ушла в мир. И вот здесь произошло самое страшное в моей жизни. Я имела уже одно высшее образование, закончила физико-математический факультет педагогического института. Я переехала в Москву с своей дочкой и училась дальше. И происходит следующее, что я стала работать на очень высоких должностях. Была начальником цеха плодоовощной продукции на Тимирязевской базе. Потом была главным бухгалтером большого магазина. Потом и это мне показалось мало. Я стала вице-президентом нефтяной компании, который за свой офис за один месяц аренду платил $1500. Это очень большие деньги. Ну, считайте, какие деньги там зарабатывались. Вот. И было мне очень много денег.
Была служебная машина, которая возила мою дочку на учебу. Меня возили, меня звали госпожой Беловой, за что мне очень стыдно. Вот. И у меня все было, но ничего не удовлетворяло мое сердце. И те деньги, которые я зарабатывала, я очень благодарна Господу. Я их положила в пакет большой целлофановый и возила, и раздавала. Но это тоже не удовлетворяло меня, потому что Дух Святой, который жил во мне, Он знал благое, Он знал, где совершенное, Он знал, что такое вечность, Он знал, где мир, где неизменная любовь, Он знал, где святость, и стремилась туда. И слава Господу! И когда последняя должность, которую мне предложили, я учила массу народу, бизнесу, как зарабатывать деньги, за что велико сожалею и каюсь, и отреклась от этого, слава Богу, потому что лучше быть нищим во дворах Иисуса Христа. Это великое богатство, этим можно обогатить многим. Слава, аллилуйя Господу, слава Господу, хвала Ему, хвала. И вот надо было уже пройти тот путь, когда можно перешагнуть на все человеческие трупы, не гладя ни на что, то есть любимый способами уговорить людей все свои деньги приносить и вложить в ту компанию, где я работала. И я велико поклоняюсь перед Богом Отцом, перед Иисусом Христом и Святым Духом, который в моем сердце был. Он не давал мне это делать. И я не стала ходить на работу. Я села дома, отказалась от работы своей и стала обнищать. Слава Господу! Благодарю Иисусу! Благодарю! У меня не было ни пропитания, у меня не было ни одежды, мне не в чем было выходить на улицу, потому что вся одежда, она была нехорошая. Это были брюки, короткие юбки и тому подобное, как мир одевается. Но хвала Иисусу! И у меня не было даже чая. Я сидела, ждала хоть кто-нибудь, Господи! Мне позвал бы, пригласил бы чай попить. Это тогда, когда я всегда собирала своих друзей, ездила, возила их по ресторанам, их кормила, поила. И у меня, конечно, было много денег, поэтому было много друзей. Друзья, конечно, в кавычках. Это не святые дивные Господни. Слава Господу! Вот. И когда вот я так была утомлена, я пошла. Владыкинская церковь есть православная на Алтовском шоссе, где я жила. На улице встала на колени и кричала до Господа: «Господи, сделай что-нибудь, я не могу больше так жить. Освободи меня, прошу тебя. Господи, сделай что-нибудь». Я не знала, как это Господь сделает, но я знала, что Он есть. Я знала, что Он обязательно сделает. И когда ходила еще второй раз, ходила еще третий раз и умоляла Господа, и говорила о том, что я больше так не могу жить, я просто умирала. И слава Господу, здесь произошло чудо. Значит, однажды утром, когда я лежала в постели, вижу в углу своей комнаты светлую личность. И была такая команда: «Выходи». И я мгновенно оказалась перед ангелом Господним. И так удивилась, что я Вероника. А вот та, лежащая там, кто она? Я не смотрела назад, но я все видела там. И с ангелом из моей комнаты стала лестница к небу. Мы быстро, мы стали подниматься по этой лестнице. И когда мы дошли до одного уровня, мы остановились, и у меня одежды сделались, как у ангела. Слава Иисусу! Слава Господу! Он пришел на зов мой. Вот кто познал Господа, кто ходит долгое время в церковь, дорогие мои любимые, вот каждое утро, когда мы встаем, надо нам печется о том, как нам нравится Богу. Не как молодым людям, не как пастырю, не так окружающим, а как Богу. Слава Господу, слава Иисусу Христу. И когда, дорогая сестра, дорогая душа, дорогой брат, ты накручиваешь кудри, это уже дьявол имеет место в сердце твоем, покайся. Ибо Бог сегодня пришел спасти всех нас. Слава Иисусу. И Он Духом Святым обновляет нас. Слава Господу. И мы поднимались по лестнице дальше. Это было нечто такое движение. Это не ходьба и не то, что мы летели, нет. Мы поднимались очень мягко и легко. На втором уровне мне было показано луга зеленые, где паслись животные. На этом уровне полностью был мир.
мирно, столько мирно, что все это наполняло меня. А потом мы поднялись на третий уровень, остановились, и справа от нас был престол великого Бога, и сидящий на нем, на престоле святый. Мы остановились, ангел отошел от меня, подошел к Богу за разрешением, как дальше поступить со мной. Я стала в ожидании, и настолько святость на престоле, что я не осмелилась даже на бок поворачивать свою голову, и тем более не осмеливалась поднять голову, глаза и посмотреть в сторону престола. Я стояла в ожидании, и вся моя внутренность наполнилась этой святостью. И я уже понимала стих, где написано, что 24 старца и 4 животных падают перед Господом и славят без конца Бога. Слава Иисусу! Там по-другому не бывает, там по-другому просто невозможно. Слава Господу! И было разрешено показать мне обитель. И мы, когда поднялись, открылись двери, я вижу очень узкий коридор и очень убогая, маленькая-маленькая комната. И я ужаснулась и говорю: ой, какая же маленькая. И ответ: дела. То есть по своим делам вот я строила вот эту маленькую комнату. И потом смотрела напротив окно, и отверстия есть, а рамы не стоят. И говорю: окно. Ангел понял, что почему нет. Я спрашиваю: как же? Нет окна, отверстия есть. И был ответ: не достроила. Я очень разочаровалась. Мне хотелось со всех сил оправдаться, что-нибудь сказать. Ну, как-нибудь оправдаться, что-нибудь сказать или что-нибудь изменить. Мне было очень стыдно. Но ясно было, что там все обнажено, и от чрева матери. Все там известно ясно, и все, весь ход мыслей наших, все там ясно. И у меня опустились руки, мы вернулись к престолу. Я всех, со всех сил, когда было мне сказано, что я должна вернуться на землю, чтобы достраивать тот дом, который начал Господь строить, я из всех сил умоляла оставлять меня там, потому что там совершенство любви, там святость, полнота святости, полнота мира, куда мы стремимся. Ничего, нигде, ни на земле, нигде не может сравниваться с этим. Слава Иисусу, слава Господу. И мне было дано время для умоления. Мне послушали, ангел стоял, мне послушали мое умоление, но было второй раз сказано, что обратно на землю. И мы туда поднимались довольно-таки долгое время на небо, а спустились мы в миг, оказались опять в своей комнате. И я вижу грязное мое тело, лежащее, как кожа лягушки. И мне стало страшно, что вдруг я должна опять войти в это тело. И здесь, конечно, я обращаюсь ко всем, кто еще не познал Господа, кто еще не покаялся. То тело, то храмина, в чем мы находимся, это всего лишь ветхая одежда, очень грязная, вообще ненужная она. И очень мне не хотелось, мне такое было отвращение к этому телу, что я даже не хотела подойти потрогать ее, потому что она как кожа лягушки, я мерзкая, плохое, холодное и грязное. И я стала, конечно, каяться в том, что я так много времени тратила на то, чтобы кормить это тело, одевать, чтобы мне удобно жилось на свете, что у меня было все: машины, деньги, квартира, чтобы дочка моя хорошо одевалась, ни от кого не отставала, чтобы я выглядела современно. Мне было весьма стыдно и больно. И покрыло мое лицо стыд и безнадежность. Я вот обращаюсь еще раз всех, кто еще не знает Господа. Дорогие мои любимые, там вечность, там полнота счастья, которого вы ищете. А это все пройдет вмиг. Я очень умолялась, и, значит,
Нет, было приказание обратно. Я обратно вошла в тело свое через ноздри, очень хорошо помню. Я одевала сначала руки, а потом протянулась внутрь, потом ноги, потом полностью уместилась. Не было в моей власти не вернуться, потому что было так сказано. Вот, уместилась, и первый вдох вышел. И после этого я благодарю Иисуса Христа Господа. Он даровал мне глубокое, долгое покаяние, слава Господу. Так что, представляете, когда у меня ничего не было, я не стала работать. Братья мне говорили, твое дело только молиться, читать Библию. Слава Богу. И я думала, что, Господи, если бы у меня была бы работа, хоть какая-то, у меня была бы пища. И представляете, слава Иисусу Христу. Постучался в дверь мальчик, дом лет 14, который жил в нашем доме. Я христианка, а не мусульмане. Его отец очень сильно пил, гонял маму. И он принес мне целый мешок овощей. Господь показал, что у него богатство, у него вечная жизнь. У него все то, что прилагается к этой жизни, все у него. Я обращаюсь к многодетным. Что, дорогие мои сестры, Бог все нам даст. Никогда не нуждайтесь своим мужем ехать куда-то на заработки, чтобы их сердца не приставали к этим деньгам. Это погибель, это болото, которое всасывает. И слава Господу, потом по великой милости Иисуса Христа мне привели в церковь, я радовалась, конечно, меня отключили. И слава Господу, это было начало Божьего исправления ко мне. Слава Иисусу! И потом, по милости Господа, я пошла работать уборщицей в молитвенном доме. Мне было там очень хорошо. Вот здесь я была абсолютно счастлива, потому что я была с Господом. Уверуйте с Богом, покайтесь, и вы будете иметь неизменное богатство и вечное, которое никто не отнимет у вас. Слава Иисусу! Хвала Богу! Аминь! Дякую! Через пески и пустыни в Иерусалим иду, небо просторы сини, маю собі за мету. Иерусалим, світла моя мета.
Дорогие братья и сестры, хочу вместе с вами сказать слава Господу. И действительно, слава Господу за такие вот свидетели, действительно, Божьей славы, которую Бог являет через них. Я рад за сестренку, что ее Бог призвал именно с бизнеса. Знаете, вот она сказала, не гонитесь за земным, не гонитесь, ибо это все проходящее. А меня Бог призвал из преступного мира. Вот как в Священном Писании написано, и вас, мертвых по грехам и преступлениям, я это отношу к себе, потому что действительно оно было так. Как жалко мало времени, как хочется много рассказать об Иисусе. Вот действительно, из преступного мира Бог сейчас, особенно в последнее время, призывает. Он сказал, и пойдите по изгородям. И слава Богу, что есть такие люди, которые пошли, которые действительно взяли на себя этот труд, чтобы донести слово вот для этих погибающих, отверженных миром, но не Богом. Слава Господу! И я благодарен Господу. Действительно, Бог явил славу свою. Понимаете, я сам из, вы как было сказали, из Беларуси, из города Барановичи. Это большой город. И понимаете, вот в этом городе, наверное, не было такого человека, который бы не знал или не слышал обо мне, об этой дурной славе. Но мы знаем, что Господь делает обратное. Все делает во благо. Что дьявол делает во зло, то Бог превращает во благо. Представляете, я вырос в таком районе, это называется район сам за себя, говорит, кресты, как в Священном Писании есть такое, гробы. Помните, был бесноватый. И когда пришел Господь, Он освободил этого человека. Единственное, он стал нормальным, так и я жил. Понимаете, там у нас жил преступный мир, но благодарение Господу, что там вместе с преступным миром жили верующие. Я понимаю свою мать, как она когда-то мне говорила, сынок, знаете, я не был управляемый, я не был непослушен родителям, тем, чем паче властям. И вот она, я помню, когда проходили эти верши, она говорит, сынок, побойся Бога, ты хоть при этих людях не ругайся ни цензурной бранью, матом. Понимаете, когда меня собиралось много таких, как я, друзей, и вот наводили на окружающий ужас, туда даже не приезжали такси, потому что знали, там жил одержимый, такой по кличке Мамоня, который действительно держит в страхе город, этот район, и действительно вот эти драки, и вот это все, что делало, оно сделало свой грех, сделало свою работу. Употребление наркотика я употребил уже, будучи 18 лет в местах лишения свободы. Как ни старалась мать сберечь меня, как ни старались, вроде бы даже власти, чтобы отправить в армию, но я попал не в армию, а в места лишения свободы. И я благодарю Господа за это, потому что это был путь Божий, путь, чтобы потом явилась слава Божия через это. И благодарение Господу за вас, дорогие сестры, ибо я действительно через вас услышал, что Иисус любит меня. Не то, что бойся Бога, а Бог любит меня. И я не понимал, я смотрел на этих женщин, которые мне сказали, что Иисус любит меня. И думаю, как Бог может любить меня? Меня не любит мир, меня не любят окружающие, меня боятся, а меня Бог любит. И вот действительно, я благодарен Господу, что Бог не делает, но все делает во благо. И вот смотрите, я сказал, грех сделал свою работу. Это наркотики, алкоголь, они сделали работу, и я заработал цирроз печени, как говорится, подхватил. Цирроз, или я занес вирус сначала, понимаете, через наркотики. Это гепатит, потом этот гепатит, я как бы остановился, немножко тормоз был, но потом я заменил другое, наркотики алкоголем. Алкоголя хватало, и вот алкоголь сделали свою работу, я заработал цирроз печени. Добавок ко всему, я помешался рассудком. И вот уже когда я последний раз освободился, матери не было, не было близкого человека, семья разрушилась, и как бы солнце мое, жизнь моя катилась к закату. Врачи, по определению врачей, они сказали, тебе осталось жить полгода. Мои друзья, смотрящие, привезли в больницу. И вот, смотрите, конец. Я знал, что это конец. Но где люди ставят точку, Бог ставит запятую. Где люди говорят конец, это Бог говорит начало. И действительно, это было начало моей жизни. Действительно, я родился от Господа. Ну как родился, я сейчас расскажу. И вот, когда пришли верующие, они пришли в наркологический диспансер. Когда там, в этом наркологическом диспансере, меня знали как бандита, понимаете. И когда я попал туда, врач сказал мне, заведующая эта больница, она живая, это живые свидетели, слава Божия. Она сказала, вот за все твои злодеяния, мамуня, Бог наказал тебя. И понимаешь, ты умрешь, не здесь умрешь, ты умрешь в психиатрической больнице. Представляете, это определение врачей, но не Бога. И слава Богу, что Бог обернул все во благо. Я сказал, говорю, знаете что, Бог меня спасет. Она засмеялась, говорит, ты за это, вот Бог наказал тебя. Я говорю, нет, Бог спасет меня, потому что я слышал, что Бог любит меня. И вот когда я попал в наркологический в этот психиатрический в больницу, это сразу последовало. Но перед тем, как туда меня отправить, туда пришли верующие, посланники Божьи, слава Господу. И они пришли, они сказали, что Иисус действительно любит меня, но не любит грех, который я делаю. И я первый раз за свою жизнь попросил, чтобы за меня помолились. И слава Богу! Мы знаем, дорогие братья и сестры, что много может усиленная молитва праведника. Слава Господу! И вот действительно, Бог пошел со мной, я уже пошел не один. И когда я в этой наркологической, в этом больнице психиатрической преклонил сам колени, когда я возвал Господу, Он явился.
явил. Он явил через Дух Святой славу свою. Действительно, я плакал, я понимал, я не понимал, что со мной происходило, но это была работа Божья, работа над моим сердцем. И когда я пришел в себя, знаете, я действительно, дорогие братья и сестры, там все знают, эти врачи, эти медсестры, эти весь персонал, весь город, что я действительно был бесноватым, что я был больной, что я был уже действительно приговоренный к смерти, как бы заочно. Но Бог обернул во благо. И вот когда вернулся разум, когда действительно в этот миг Бог исцелил цирроз печени, я понял, что Он есть. Он показал, что Он есть, как сестра сказала. Он живой, Он видит, Он слышит, Он читает мысли человека, Он знает мысли человека, слава Богу. И в сердце своем сказал, я больше грешить не буду. Чем занимался, я больше заниматься не буду. Я не буду обижать людей. Я не буду делать людям зло, я буду делать людям добро. Как хочется, когда Господь рождается в сердце, хочется приносить людям добро. И вот действительно, но это еще не все. Я действительно пошел к своим таким же друзьям. Я сказал, покайтесь, Бог видит вас. Вот понимаете, я еще не знал хорошо Священное Писание, но я уже стал тем благовестником. Я говорил в автобусах, я говорил среди друзей, я говорил всем знакомым, что Бог живой, что Он видит и слышит. И Бог видел мое сердце. Один прекрасный момент, я искал Бога, я преклонил колени, я пошел в православие, я не осуждаю никого, я пошел к католикам, я не находил того удовлетворения, как говорит сестра, нету там, я смотрю, там пустота, нету той радости, нету того наполнения, и я искал, я преклонил колени, это был второй день Пасхи, я возвал, Господи, где Ты, понимаете, и вот Он действительно явил свою славу, Он показал эту церковь, Он показал в сновидении, мы знаем, что в Бога все во благо, и вот в этот день я не знал, но Бог знал уже мой путь, и я подошел ко мне один человек, который когда-то платили они дань, знаете, я снимал дань, они платили, ну, эти деньги, это не хорошие деньги, это действительно не заработанные деньги, и он подошел ко мне, я говорю, слышишь, Миша, я слышал, что тебя Бог освободил, у меня проблема, я говорю, какая проблема, говорит, ты представляешь, говорит, я два раза свою жену чуть не зарубил с детьми, на меня что-то находит, вы знаете, что-то находило на него, и она сказала, что все, она оставляет меня, я без нее не могу жить, я повешусь, я говорю, знаешь, меня Бог освободил, он говорит, а где такой Бог, я говорю, мне, я познакомился с верующими ребятами, я это подробно рассказываю, знаете, как что жалко мало времени. Я познакомился в училище, когда я туда пошел учиться, понимаете, и Бог еще раз явил славу свою. Я тогда сам того не подозревая, когда вышел с этой больницы, да, я начал искать Бога. Я действительно искал, я думаю, как же, чем же заниматься, думаю, надо работать. И я прочитал в газете, что идет набор на каменщика-печника. У нас был сосед очень хороший, я думаю, ну он умер, понимаете, он много пил и умер. Сейчас вы сами знаете, особенно люди спиваются. Я думаю, я займу его место. И вот когда я прочитал этот, ну думаю, как я пройду комиссию, представляете, цирроз печени, больной. И я думаю, я не пройду комиссию. Я не знал, что Бог делает больше, о чем мы просим или о чем мы даже помышляем. В тот самый миг, когда вот действительно я склонил колени пред Господом, когда я попросил прощения, Бог вернул разум и исцелил цирроз печени. Но я в то время не знал. Я, вы знаете, проходил комиссию, я пришел. Думаю, я поступлю, как поступает этот мир, знаете. Я возьму здорового парня, крепкого, и он пройдет за меня под моей фамилией комиссию. Я говорю, как у тебя здоровье? Он говорит, нормально, ты же видишь. Я говорю, надо за меня пройти комиссию. Он говорит, нет вопросов. Знаете, я еще не ходил тогда в церковь. Я просто искал Бога. И вот я взял его, пришли, он сдал кровь. Я, знаете, взял этот анализы и прихожу к врачам. Пришел к врачам, думаю, ну вот, я пройду. И как только отдал эти анализы врачу, врач посмотрел на меня, на анализы. Я говорю, знаешь, мой хороший человек, мы тебя положим в больницу на обследование, больная кровь. Я чуть не сел, понимаете? Я думаю, вот так, нельзя шутить. И действительно, я ему рассказал правду, что я больной, что у меня цирроз печени, что и так, но я хочу работать. Я говорю, я знаю, что есть Бог живой. Я, знаете, с ним рассказал, как бы исповедь. Я говорю, хорошо, давай мы по новой с тобой пойдем, сдаем комиссию, там что-нибудь подумаем. И когда сдали эту комиссию, когда действительно взяли кровь, я ходил и молился по коридору, я говорю, Господи, ты видишь, я хочу работать, Господи, помоги. И действительно, когда дали анализы, я пришел с этими анализами к врачу, дал врачу анализы, он посмотрел на меня, на анализы, говорит, а это чьи анализы? Я думаю, вот тебе надо, думаю, сказать, с этими анализами надо в больницу ложиться. Знаете, но я не знал, что Бог в тот данный момент уже исцелил. И когда я сказал, он говорит, ты говоришь, что у тебя был цирроз печени? Я говорю, да, был. Я не понимаю, почему он спросил, был. Он взял второго заведующего, говорит, надо тебя на УЗИ, надо просмотреть тебя. Я не понимал, что происходит. И потом я уже понял, когда они смотрели, они не понимали, недоумевали, что случилось. И один и второй брат, у тебя действительно был цирроз печени? Я говорю, да, действительно был. А я сказал, врача лечили, я сказал, где я проходил УЗИ, там, туда-сюда.
Они говорят, знаешь что, мой хороший, говорят, у тебя нет его. Я говорю, как это? И он говорит, вот так, говорит, у тебя нет цирроза печени. Я возликовал, я с больницы это выскочил, с поликлиники, славя Бога, действительно, я поступил, я начал учиться, и там учились ребята. Это Бог, это путь Божий был. И они учились, они были верующими, истинно верующими, христианами, которые тоже пришли с мира. Я им свидетельствовал об Иисусе, что Он сделал со мной. Они говорят, тебе надо, Миша, к нам в церковь. Я говорю, знаешь, я когда веру не хочу менять, но я к вам приду. И вот этот случай послужил тому, что я попал к ним в церковь, понимаете? И это был, вот эта ночь была как бы откровением. Бог показал, где Он есть, живой Бог. Слава Господу, понимаете? Потому что Он видит, что я ищу Его. Не стремлюсь к Нему. Знаете, и мы с этим человеком пришли в эту больницу. Когда мы шли по улице, я видел эту улицу уже во сне, понимаете? Я ему говорил, что я там никогда не был. Но когда шли, я говорю, я шел по ней, я уже здесь был. Я потом понял, когда подошли, когда увидел церковь, я сказал, я здесь был, я был во сне. Понимаете, во сновидении Бог показал. И после того, как Бог освободил меня, действительно исцелил меня, я сказал, Господи, я буду служить Тебе, я буду Твоим благовестником. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Слава Богу, братья и сестры. Действительно, Бог видел, наверное, другое. Он не хотел, чтобы я шел на печника. Он послал меня туда, откуда поднял. Он послал в этот наркологический диспансер. Понимаете, когда туда пришел, на меня смотрели, как на того покойника. Плакали медсестры. И эта врач, когда увидела, она сказала, ты покойник, ты мертвец, который воскрес. Я сказал, слава Богу. Вы говорили, Бог меня накажет, а Бог меня спас. Она заплакала, понимаете. Это Маргарита Алексеевна, это врач, заведующая. Говорит, я знаю, что это Бог. Ну почему вот именно тебя, преступника? Я говорю, чтобы явилась славой, что Бог любит всех, понимаете, не по делам и заслугам, а по своей великой любви и милости, слава Господу. И понимаете, я благодарю Господа за эту работу. Я думал, знаете, в тюрьмы, в зонах меня знают. Я начал ездить. Понимаете, говорили, не верили. Вот представляете, что такого может быть, что Мамоня уверовал. Знаете, мне говорят порой, говорят, Мамоня, если бы лет 10 тому назад тебе сказали, что ты будешь баптистом, да еще в придачу твой дом будет прославлять Господа. В моем доме сейчас проходит служение. Слава Господу. Понимаете, когда-то люди ходили и крестились, говорят, Господи, пронеси около этого дома. А теперь говорят, Господи, занеси в этот дом. Слава Господу, дивен наш Господь, слава Ему. Иисус, я говорю, Господи, и когда Он дал эту ниву, я благодарю Господа, понимаете, потому что я помню, был такой случай, у нас на Беларуси так бы, как бы уже начало их притеснение, запрещают проповедовать, понимаете, в больницах, а у нас было служение, и понимаете, пришла бумага, и так говорят, ну что закрыть, я подошел к главврачу, говорю, ну что будем делать, он говорит, Миша, сколько раз я вам разрешил, я говорю, раз в неделю мы проводили служение, так можно было с этой больницы брать и проводить людей в церковь, он говорит, а теперь разрешают два раза, слава Богу, потому что они видят славу Божию, я помню, когда подошли, комиссия там, знаете, православный священник пожаловался, что там секта, понимаете, что там начинают главврача и кончая больными, все ходят и прославляют Бога, говорят о Боге, значит, это секта, но это не секта, это действительно дети Божьи, слава Господу. И знаете, пришла комиссия, говорят на этого врача, заведующего, говорит, вы не боитесь, что мы вас уволим? Вы, говорят, здесь секту открыли. Он посмотрел, так говорит, я не боюсь. Я ему сказал, я говорю, Павлович, мой ты хороший, тебя Бог сюда послал, понимаешь? Потому что ты видел славу Божию. Он говорит, а он сам сказал, говорит, где бы я ни был, Миша. Он когда увидел славу Божию, говорит, я разрешил бы вам проповедовать. И Бог взял его, послал Барановичу, понимаете, он с района, с этой областной, ну, с этой областной больницы в наркологии. И дал этого заведения, ну, заведующим сделал. И он говорит, давайте, ходите, проповедуйте. И знаете, больница заняла первое место по области, слава Богу. Потому что те люди, которые пришли с этой больницы ко Христу, они уже не алкоголики, они уже не одержимы этим алкоголем, они получили свободу, и это благодарение Господу, слава Богу. И вот представьте, ему говорят, вы не боитесь, что вас уволят с работы? Он говорит, не боюсь, потому что меня сюда Бог послал. Я ему сказал, что тебя Бог послал. Это правда, понимаете? И говорит, а сектанты они или не сектанты, я не знаю, но что с ними Бог, то это точно, слава Богу. Понимаете, там стояло столько народа, и они не могли ничего сказать, потому что это действительно Бог проговорил, слава Господу. И вот действительно, и Бог провел служение. Я вижу руку Божию, понимаете? Особенно люди, когда в психозе, когда одержимые, это ж алкоголь, это такое, знаете, как вас, я не знаю, белка у нас, говорят, на коня подсел. Это действительно там психоз, они там связывают, привязывают, потому что он беснуется. А Бог дал такую власть наступать на всякую вражью силу. И вот это видят врачи, это медперсонал видит. Я говорю, Господи, Ты дал мне эту ниву. Господь, Ты трудись. И действительно, я вижу руку Божию. Вот, особенно, когда человек в психозе, ему нужен сон. А его дьявол мучает, его издеется над ним, знаете, его привязывает. И когда я прихожу, так уже в больнице там завело, говорит, когда Мамоня приходит, он этих больных развязывает. Но Господь мой связывает, понимаете, этого демона, который мучает людей. И я благодарю Господу, что столько людей пришло, особенно сейчас идет
больше преступного мира у нас в Беларуси. Слава Богу, потому что говорит, и последние будут у Господа первыми. Слава Богу, дорогие братья и сестры. Дивен Господь наш, слава Богу. Будьте благословенны. Аминь. Слава Богу, брати і сестри. Чудний наш Господь, Він єдиний тільки може підняти з такого болота і врятувати. І дійсно Він продовжує свою працю, бо Він каже, я прийшов випустити змучених на волю. Хай Бог благословить, брат.
брати, сестри. У нас є сьогодні гості з Фінляндії. Я їм давав 7 хвилин, а тут просять, ну ще ж на перекладача враховуйте. Ну то я вже кажу, ну 10. Ну як Бог благословить, хай буде 15. Це чоловік і жінка, жінка буде перекладати. Хай Бог благословить. Tervehdimme Jumalan armolla ja rauhalla Kristuksessa Jeesuksessa. Приветствуем вас любовью нашего Господа Иисуса Христа сегодня. Luemme ilmestyskirjasta sen toisesta luvusta Efeson seurakunnalle. И сейчас прочитаем от Откровения Иоанна. Вторая глава из первого стиха. Послание Ефесской церкви. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tahtia oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää, sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Знаю дела твои и труд твой и терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon olet saanut kantaa minun nimeni tähden. Etkä ole уупунут. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat Nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Впрочем, то в тебе хорошо. Хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Veljet ja sisaret. Дорогие братья и сестры. Kristuksessa Jeesuksessa. Во Христе Иисусе. Jumalan seurakunta Ukrainassa. Церковь Божия на Украине. Kuule Herran sana. Слышь голос Духа Святого, Господа нашего. Hän, joka pitää niitä 7 tähteä kultaisen lampujalan keskellä. Ибо так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Seurakunta Ukrainassa on ihan samalla tavalla, samassa tilassa kuin Efeson seurakunta oli kerran. Церковь на Украине в таком же положении, как однажды была церковь в Ефесе в свое время. Jeesus antaa valtavan tunnustuksen tälle seurakunnalle. Иисус дает большое свидетельство для этой церкви. Jeesus tunnustaa seurakunnassa kaiken sen kärsivällisyyden ja kestäväisyyden. Иисус дает большое свидетельство для церкви, что она много терпела, она много пережила и она была очень стойка. Kuinka paljon te olette saaneet kärsiä Jeesuksen nimen tähden? Вы также одинаково, сколько вы прострадали за имени Иисуса Христа? Jeesus tunnustaa tämän seurakunnan edessä sen kärsivällisyyden ja kestäväisyyden. Иисус дает это свидетельство для своей церкви, вот это терпение, и что вы не изнемогали. Te olette koetelleet apostoleita, te olette koetelleet profeettoja. Вы испытали апостолов, вы испытали пророков. Mutta jotain on tapahtunut tälle seurakunnalle. Но что-то произошло. Дошло для этой церкви. Se kirkaus, mikä oli kerran tämän seurakunnan yllä. Та слава, которая однажды находилась на этой церкви. Но väistymässä tämän seurakunnan yltä. Она скоро уходит от этой церкви. Ellei seurakunta tee parannusta. Если церковь не покается. Sillä Herra Jeesus kutsuu teitä parannukseen. Ибо Господь Иисус сам призовет вас в покаяние. Monet aloitti hyvin. Многие из вас вы хорошо начинали. Jumalan henki puhuu tämän sanan kautta meille tänä päivänä. Дух Святой через это место Священного Писания нам всем говорит сегодня. Ибо Он сам ходит посреди церкви своей. И Он знает сердце каждого из нас. Он сквозь видит сердце каждого из нас. И
И посреди этих похвалений и этих свидетельств здесь. И среди этого всего свидетельства, что Иисус нам дает. Вот, все это положительное, что Иисус говорил церкви Ефесе. Тут было одно ужасное слово, единственное ужасное слово. Это слово было «но». Но ты не спал, ты отпал от первой любви. Однажды ты горячо любил Иисуса. Ты однажды от всем сердцем ты шел за Иисуса. Эта церковь на Украине, она много посылала миссионеров в свое время. Эти миссионеры, они были исполненными Духа Святого. Они были исполненными силы Духа Святого. Они молились в Духе и истине. Но что произошло? Потеряна первая любовь. Поэтому вернись к тому. Поэтому вернись к тому, от чего ты начинал. Ибо скоро грядет Господь господствующий и Царь царей. Скоро черные тучи и черные облака, мрачные тучи, они сойдут на этот народ. И тогда уже слишком поздно. Тогда уже слишком поздно. Скоро черные тучи будут на этот народ и на эту страну. Но до этого Господь даст еще одну возможность. Он еще хочет пролить дождь свою на этот народ. Еще один раз будет Божьи дожди на этот народ. Но церковь на Украине, Божья церковь, покайтесь. Будьте приготовлены. Пусть ваши храмы и сосуды будут приготовлены. Очищайтесь. Покайтесь. Ибо близко день Господня. Близко тот день, когда Искупитель войдет в Сион. Когда Искупитель войдет в эту церковь. А что он находит в тот день? Он нам сегодня говорит. Вернитесь к своим первым делам. А что были наши первые дела с вами? Когда любовь Иисуса наполняла сердце твое. Ты хотел свидетельствовать каждому человеку. Когда ты видел грешника, тебе стало жалко за этого человека. Сегодня ничего не шевелится в твоем сердце. Церковь Божия, покайтесь. Ибо близко день Господень. Тот день, когда грядет Царь царей. И скоро церковь будет восхищена на небеса. Но до этого дня еще один раз Господь даст свой дождь на этот народ. Но после этого дождя будет мрачнее тучи. Станет ночь. И тогда уже никто не может трудиться. Станет ночь. И никто не может тогда уже трудиться. И поэтому вернитесь к тому. Вернитесь своим молитвенным жертвенникам. Пусть они будут пламенующими ваши жертвенники. Взывайте живому Господу о том, что Иисус Христос пошли делатели. Пошли делатели. Ибо жатвы много, но делателей мало. Сегодня призывается делателей на жатву. Такие делатели, которые исполнены Духа Святого, которые исполнены силы Божьей. И они, как Иисус Навин, пройдут через этот народ.
они пройдут и они войдут в эту тьму. Я юлистаю малокирка в силе славы Божьей проповедуют и проглашают о том, что Иисус Христос Господь. Скоро Он грядет. Скоро будет день, когда все колена преклоняются. Но церковь Божья, сейчас нам время очищаться. Сейчас нам еще время покаяться. Сейчас еще время взирать на лицо Иисуса. Сейчас еще время вернуться нашим жертвенникам. Время вернуться на то, что мы взираем лицо Его. Ибо ты далеко отошел. Мой сын, моя дочь, готовьте ваши храмы. Ибо скоро день Господень. И царь грядет. Искупитель войдет в Сион. И каждое, и он познает, испытает каждое сердце. Каждое сердце будет испытано. Никакой грех и беззаконие, и лукавство не устоит. Поэтому покайтесь и вернитесь тому первым делам своим. Небесный Отец, мы благодарим за эту встречу. Благодарим за Твою благодать сегодня, Господь. Благодарим, что еще будут дожди на этот народ. Господь Иисус, благодарим, Иисус, что Ты Царь царей и Господь Господствующий, и Ты говоришь Духом Твоим Святым, благослови церковь свою на Украине, Господь, дай им вернуться, Господь, дай им зажигаться опять с огня, опять, чтобы они наполнялись Духом Святым и огнем, Отец, во имя Иисуса. Миссионерская церковь, чтобы она еще посылала дело во всему миру, чтобы проповедовать
жертва Евангелия Царства. Благодарим, Господь Иисус, что Ты вооружаешь делателей Своих. Вооружи их силой, надень их силою свыше. Благодарим, Господь Иисус, сегодня. Сегодня день очищения, ибо Ты говоришь, церковь моя, встань и будь прославься, ибо скоро день Господень. Благослови эту церковь здесь, на этом месте, чтобы она могла очищаться кровью Твоею, крестом Твоим, Отец, во имя Иисуса, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Так говорит Дух Святой, народ мой, кремин акламауден, альбидыш таудес, милость моя велика, рамина эфламейден, небо открыто, арбиде акламауден, присутствие ангела моих здесь, кремиде эмен, изываю обильный дождь благодати, принимай мою благодать, народ мой, ибо недолго этому времени свободе будь, кремин акламаудес, аминь. Трудные перемены идут, народ мой, вострепещи возови к Богу живому, взыщи первую любовь, ибо ты остыл, ты упал, ты ослабел, кремин акламауден, и во многих сердцах не горит эта любовь, кремин акламауден, взыщи каши покаяния, кремин акламауден, я обновлю и наполню, и благословлю, и выпущу с этого места окрыленным верою и благословением, аминь. Хотів би нагадати одну історію, яка написана є на сторінках Святого Письма. Читаю Євангеліє від Луки. Із 19 розділу такі слова. І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть, він потрібен
Господу. Я думаю, цю історію ми знаємо всі, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим. Але перед тим в'їздом Він посилає учнів і каже: «Ідіть, напротив лежить поселення, і там найдете прив'язаного осла. Ви його відв'яжіть і приведіть до мене. Но на дорозі вас будуть питати, ці хазяї вас будуть питати, для чого ви відв'язуєте. Можливо, ми кормили, можливо, він нам служив, можливо, він якусь роботу мав виконувати для мене. Для чого ви забираєте моєго осла? Скажіть, він надобен Господу». Друже, дорогий, хто ти не є на цьому місці, але я знаю, ти і я, ми надобні Господу. Можливо, твоє життя було зовсім інакше. Я так стояв і слухав, як свідкували ті, кого прив'язав сатана. Одних до наркоманії, других до п'янки, третіх до ще яких гріхів, одних до грошей. Я не знаю, до чого прив'язане твоє життя, але сьогодні Дух Святий на цьому собранні каже: ти надобен Господу. Чуєш? Це не даремно тебе привів сюди Господь. Ні, розв'язуй своє серце. Можливо, ще одна молитва, можливо, ще один вздох, можливо, відкривай своє серце, а воно не повністю відкрите. Ти стоїш на цьому місці і згадуєш: так, я пам'ятаю місця, я пам'ятаю служіння, я пам'ятаю, як Дух Святий сходив у моє серце, коли мої руки піднімалися, коли уста мої не могли замовкнути, але наповняла слава Господня. Що змінилося? Ах, Єммануїл, вічний Бог, не змінився Господь. Не забракло сили в нього, ні. Сьогодні цей Господь є на цьому місці, присутній Духом Святим. Слава йому! Читаю ще одне місце, яке написано в книгах Псалмів. Над річками вавилонськими там ми сиділи і плакали, коли згадували про Сіон. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Співу, бо пісні від нас там чекали поневолювачі наші, а веселощів наші мучителі. Заспівайте нам сіонських пісень. Як ми можемо співати Господеві пісні в чужій землі? Любі брати, сестри, був час, коли люди попали в полон, сиділи і плакали. Вони плакали не від того, що, можливо, їсти хотіли. Вони плакали, згадували рідне місто. Вони згадували Сіон. Вони згадували Єрусалим. Вони згадували славу Господню, коли посвящали храм для Господа. Стояло 120 священників, піднімали свої труби і співали, і трубили перед лицем Господнім. І слава Господня сходила. А тепер вони в землі полонені. Вони тільки живуть тими надіями, живуть тими згадками. Любий друже, можливо, твоє серце живе згадками. Ти хотів би помолитись, а молитви немає. Ти хотів би поспівати, а пісня не лється. Серце закрите. Що там є? Сьогодні тут Ісус Христос. Він назначив зустріч з тобою. Він хоче почути твоє серце. Відкрий його перед ним. Розкажи, що томить тебе. Розкажи, яка мета була і ціль життя твого. Можливо, ти дивився, як дивились люди. Як прожити? Як іначе вижити? Час такий? Ні, не час такий. Живи надією на Господа, бо надіючися на нього не буде постижений. Алілуя! Можливо, ти будеш мати менше хліба, але більше мира будеш мати в своєму серці. Можливо, ти будеш не так гарно одіватися або дорогу одежу, але ти будеш мати любов в своєму серці, бо там буде прибувати Господь. Алілуя! О, Дух Святий! Я знаю, як хочеш ти сьогодні діяти в народі твоєму, але, уви, так мало місця. Відкривай своє серце для Господа. Відкривай свою душу. Чуєш? До тебе стукає Господь.
Алілуя, амінь. До твого серця турбує Дух Святий. Він повинен тебе утішати. А ти так часто буваєш засмучений. Радості нема, утіхи нема. Чому нема? Бо місця для Духа Святого нема. Сьогодні тебе привів Господь. Алілуя, відкривай своє місце, своє серце для Ісуса. Дай місце Духу Святому. Можливо, давно ти не був сповнений силою Духа Святого. Ось тут є небо відкрите. Алілуя, ось тут очі Господа обозрівають твоє серце. Алілуя, амінь. Він бачить тебе вчора, сьогодні і третього дня. Але він каже, сину мій, дочко моя, я чекаю тебе. Скарамалаудис. Алілуя. Каже, сини відступники, і ти наверніться до мене, бо я сочетався з вами. Скарамалаудис, я кров'ю своєю написав ім'я твоє і не згладжу його. Можливо, ти оставлений всіми, але ти надобін Господу. Ти потрібен Ісусу, чуєш? Твоє ім'я є на долонях його, не падай відчай. Ще одна молитва, ще один стук в небо, і прийде перемога. Алілуя! Розриває Ісус кайдани і свободу всім дає. Амінь! Скарамараудис! Власть сатани приходить побіда від неба. Аво, Отче! Робота Духа Святого, відкривай своє серце. Дух Святий почав діяти. Амінь!
связавшие душу твою. Так грех приковал твое сердце. Но вот я вошел к тебе. Я стучу в твое сердце. Замок узницы велик. Но власть моя больше замка твоего. Я его разрушу в этот день. Я выведу тебя из света. Я открою твои уста и провозглаши, что спасение твое. Только решение твое прими глубоко в сердце, ибо это решение от меня пришло. Я дам тебе силу над грехом твоим. Он будет разрушен. Я сделаю тебя свободным. Только послушай меня. Исповедай меня за Спасителя. И я разрушу оковы твои. И выйдешь на свободу, ибо это зовет тебя Дух Святой. Это не сделает разум человека, это не сделает твоя мудрость, это не сделает твоя воля, это сделаю я сегодня. Я отпущу тебя, только исповедай меня Спасителем и узнаешь, что я Бог живой. Так говорит Дух Святой.
А коли стане дуже важко тобі йти, жорстокий світ вогонь затьмить. Не падай духом, Бог з тобою буде йти, світильник твій, він підкріпить. Палай вогонь, завжди палай, хай спалахнуть усі холодні серця. Слава Богу, брати і сестри! На сьогодні, як я вже казав, є з реабілітаційного центру і жіночого, чоловічого, ті, які були дійсно в полоні, отого змія. Слава Господу, брати, браті і сестри, за те, що наш Бог, Він такий добрий, за те, що Він такий великий, і що ні для Нього нічого невозможного. Знаєте, я ніколи раніше не знала, що я надобна Господу, як говорив тільки що брат. Вся моя жизнь, она была пустой, она была никчемной, потому что я не знала, что я нужна ему. Что он умер за меня, что он так любит меня, что отец послал сына своего за меня на смерть. Что все это произошло для того, чтобы я получила прощение за те все беззакония и грехи, которые я совершила. С 12 лет моя жизнь, она была страшной. Мне очень хотелось быть взрослой, делать такие поступки, какие делают взрослые. Я стала курить, пить, а позже появились наркотики в моей жизни. И то, что казалось привлекательным, что казалось таким интересным, стало топтать, уничтожать, убивать. Это было очень страшно и больно. Уже в 13 лет я первый раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Потом еще много было попыток, но они были неудачные, и я не понимала, почему. Почему же я не умираю? Зачем же я живу? Зачем Господь держит меня на этой земле? Неужели для того, чтобы страдать и мучиться от одиночества, от боли, от безысходности? Мои родители, они пытались мне помочь. Они возили меня к экстрасенсам, к бабушкам, вложили в психиатрические, к психиатрам обращались. Но это все было бесполезно, потому что не было Бога в моей жизни. Когда очередной раз меня лечили от наркотиков, нужно было сдать анализы на СПИД. И когда мы сдали анализы, то результат оказался положительным. Мне сказали, что у меня этот вирус, ВИЧ. Я поняла, что все это конец, что теперь действительно ничего не изменится, что у меня никогда не будет семьи, никогда не будет друзей, никогда не будет искренних, любящих людей вокруг меня. Потому что даже те наркоманы, с которыми я кололась, я понимала, что они отвернутся от меня, потому что будут бояться заразиться. Пришло время, когда даже моя мама сказала мне, что Ира, ты не приходи домой. Мне было очень одиноко, мне очень было больно, я никак не могла это все прекратить. Однажды я решила, что я совершу еще одну попытку. Я уже думала, что это наверняка. Я прыгнула с 5-го этажа. И когда я летела, я понимала, что я делаю грех. Я не знала Бога, я никак не молилась. Но я понимала, что я делаю грех. И когда я падала, я помню, что я говорила такие слова: «Господи, прости меня!» Потому что я понимала, что вся эта жизнь, она была какой-то неправильной, она была не такой. Я очнулась на следующий день в больнице, у меня не было ни переломов, у меня было легкое лишь сотрясение мозга, и все. Врачи говорили: тебя сохранил Господь. Я не понимала, я кричала: зачем? Теперь, когда я здесь стою и славлю Его имя, и что я могу служить Ему, я благодарю Его за то, что Он хранил меня все это время. Аллилуйя! Аллилуйя Ему! Потом еще было многое долгое время той же боли, той же безысходности. Моя мама, она не сдавалась, она искала выход.
І однажды таким путем вона прийшла в церковь Господа, живого Ісуса Христа. Она узнала, что Ісус, Он помогает таким людям, как я, даже тех отверженных. Он берет и поднимает, Он исцеляет. Она мне сказала, что есть церковь, что есть центр христианский, где помогают таким людям, как я. Я не знаю, я верила, что если я туда попаду, то что-то произойдет, но я не знала, что там, как это, что это христианский центр, я не понимала. Но я еще долго сопротивлялась, еще был долгий путь. Но однажды, когда после очередной реанимации, я уже просто понимала, что мне ничего не остается, я сказала, я поеду. И когда я переступила порог этого дома, я попала в другой мир. В мир Божий любви и радости. Аллилуйя! Я увидела другие лица, другие глаза, другое отношение. За меня молились люди совершенно незнакомые. Меня не кормили, со мной они делили постель. Для меня это было странно. Почему так? Для меня было непонятно, это любовь. И там я узнала про Иисуса, который всю жизнь был со мной рядом и хранил меня, любил меня, который ждет меня там на небесах, придет однажды со мною за такой негодной, за то, что Он умер, чтобы это все простить мне. Люди не прощают такого, но Иисус, Иисус, даже когда плевали в Него, Он все равно прощал, слава Ему за любовь Его и милость такую огромную ко мне. Я благодарю Его, Он даровал мне покаяние, Он даровал мне исцеление от моей болезни, слава Господу! Слава Богу, и что я могу находиться в этом центре. Я осталась там служить, и каждый день я вижу еще большую славу, еще большую славу. Я вижу этих женщин, которые приходят к нам, которые приходят разбитые, уничтоженные. Они даже на женщин не похожи, они разговаривать не умеют. Но Иисус преображает их. Они, те, которые отсидели, прокололись, они стоят, поют псалмы и славят Господа, аллилуйя. У них меняется сердце, у них меняется мышление. У них другие мечты, надежды. Слава Господу, потому что только Он это может совершать. Я благодарю Его за то чудо, за ту милость Его. Слава Тебе, Господь наш. Аллилуйя. Аминь. Бог дарував нам гарний день сьогодні, і ми хочемо сказати Йому, Ісусу Христу, слава за цей день. Аллилуйя. Я також хотів сьогодні засвідчити про те, що Ісус Христос, Він кличе також і не просто з якогось злочинного світу, але Він також кличе, можна сказати, з релігійного світу до себе, до Агнця Божого. Він кличе сьогодні, Отець Небесний. Я народився в християнській сім'ї. Мене виховували в християнському такому нахилі, напрямку в нас на Західній Україні. Це дуже релігійно, щоб ходити в церкву, слухатись батьків, робити добро. Так мене вчили. Потім, коли я почав підростати, вже був підлітком, мій батько вирішив стати священником. Нас називають ксьонзом в Львівській області. І він поїхав в Одеську духовну семінарію, щоб там провчитися довгі, важкі роки і стати духовним наставником православної церкви. В нашій сім'ї прийшлося нелегко, тому що служби, які контролювали всяку діяльність релігійну, вони забороняли, вони перешкоджали, щоб щось таке було подібне. Мою маму викликали. Навіть батько не знали, куди поїхав, але він поїхав вчитися на священника. Прийшло довгих тяжких 5 років, коли мені батько розказував, як вони важко там вчилися, було багато науки. І ми приїжджали до нашого батька туди в Одеську область, йому давали парафію. І я, молодий підліток, ставав біля батька, мені було дуже приємно. Також багато людей було. І він відправляв утренню службу Божу, панахіду. І мені було це приємним, тому що
якби увага була прикута до нашої сім'ї, прикута до батька, а заодно і до мене. І з часом батько бачив, що я хилюся до цього, щоб бути біля нього. Він почав подавати мені ці всі приладдя, коли він надівав цей підрясник чорний. Коли він промовляв молитву, я подавав йому нарукавники. Коли він хотів одягати Филона, я подавав йому. Це було все святе і щось велике для мене. А потім вже цей великий тяжкий хрест він надівав на свою шию. І мені було дуже приємно, що я можу послужити своєму батькові. І він звершав ці літургії, ці служби, і я там був біля нього. І завжди мені хотілося, щоб це скорше закінчилося. Мені просто була ця приємна велич, щось подати, воно щось було нове. Але коли проходив час, приїжджали ми в другі служіння, в другі церкви, це мене стало не задовільняти. Мені було це якось неприємно чекати стільки годин, тому що вони починали, наприклад, в 8 годині ранку, а потім в першій служба Божа, а потім ще в 3 годині дня панахіда, і мені вже важко було вистояти. Ви знаєте, коли не знаєш живого Бога і щось хочеш зіграти, щось про Бога, то дуже важко стояти. Я вірю, що сьогодні вам легко стояти. Амінь? Ми знаємо живого Бога. І знаєте, мені, молодому підліткові, треба було стояти як солдат. Або тато казав, як ангел. Ти повинен так стояти, щоб було видно, що я маю сина прекрасного. Я є найстарший сином у батька. І коли мені хотілося щось поворухнутися або щось зробити, так, ну, трошки щось не було важко стояти, але я не міг цього зробити. І це дуже зауважували люди, тому що коли ми виходили з церкви, люди підходили і казали, на Східній Україні кажуть, «Какой сину батюшки прекрасний, а он так хрестится, а он так хорошо это все делает». І мені було дуже приємно, і батькові також було приємно. І коли я вже підростав, батько підтягував мене, і він каже, «Я знаю одеські семінарії людей, я маю блати, ми маємо фінанси, і я тебе пропхаю куди треба, і ми будемо мати такий, ти будеш мати так само, як я, такий портфель». І ми приїжджали в Київ чи в якийсь великий храм, і він каже, оце хороший престол, там добре є. І я вчився цього, я поклонявся, бив ці поклони. Навіть бували такі моменти, коли я приходив в церкву і стояв, батько виставляв мене серед людей, щоб показати, що хороший в нього син. Мене гарно вдягали. І коли я навіть бачив, що люди неправильно хрестяться, мене така, ну, ревність заїдала. Мене батько не так вчив, треба так робити, щоб воно було гарно і правильно. І так я виростав, таке моє проходило життя в церкві. Але ніхто з людей ніколи не бачив, що було в моєму серці. Коли батько читав і казав людям, «Святе Євангеліє читання, будьмо уважні!» Я ніколи не був уважним до цих слів. Я ніколи не прислухався ні до якої Євангелії. Мене цікавили ритуали, мене цікавило це релігійне поклоніння, мене цікавило, як би показати людям, що я роблю все правильно, і догодити батькові. І це призводило до того, що коли вже закінчувалися ці всі богослужби, зібрали тацу для батька, висипали в портфель, і він вдома собі перераховував це, але він не знав, скільки там є. І там могла моя бути вже рука, і я встигав вже вкрасти, скільки мені було потрібно. Ми з друзями проносили людські гроші. Я не знав Бога. Моє серце було закритим до Бога. Я ніколи не знав, що є Син Божий, Ісус Христос. І знаєте, життя не закінчувалось на цьому. Коли є гроші, то хочеться ще більше якось забавитися. Ми називали це погуляти. І алкоголь захоплював. Ми в підвалах могли пропивати і приходити додому, що голова як три голови. А в неділю знову гарно вдягають, ставлять син священника, знову гарно хреститься.
А люди не знали, що вчора ввечері він, може, бив людям вікна. Може, він когось вже побив, прокляв. А що 10 слів, то скверне слово. Люди не бачили цього. Люди бачили настоящий маскарад. Я не знав Бога. Коли приходила вербна неділя, коли батько ходив з кропилом, і було також багато людей, і виходили навколо церкви, він ходив з відром і кропив людей. Но коли вже підходив до свого сина, то вже так кропив, вже так його освящав цією священною водою, що все було мокре повністю. І, казалось би, вже святий і освячений назавжди. Але коли я залишав браму церкви, храму, де відправляв батько, свята вода висихала, а в моєму серці панував великий гріх. Темрява оковувала моє серце, і я шукав, що зробити злого. І ніколи та служба, вона щось не торкалася мого серця. Я не хочу осудити. Я люблю мого батька. Я заходжу в храм, я вітаюся з ним. Мені приємно бачити мого батька, коли він правду говорить людям. Але коли люди сходилися товпами, я знаю, що це на Йордані, я не знаю, як вас тут в Рівненській області, в нас у Львові люди дуже набожні. Беруть ці бутлики і йдуть за священою водою. Щоб освятитися, священник відправив це все, людей освятив, люди помолилися, Господь їх помилував. І за тою водою топчуть дітей, топчуть самі себе, б'ються ті бутлі. І дивлюся, Господи, і мені треба пробратися, бо я хочу набрати того з тої бочки води. Господи, а що це таке? Я не розумів. Я ніколи не міг побачити Бога, не знав, що це таке. І я почав відставати від церкви, воно мене не дуже цікавило, хоча батько говорив мені робити добро людям, але я його не хотів робити. Моє серце заходити почав диявол, і я зустрівся з одним сином відомого екстрасенса по Україні, подружжя Ревуцьких, може хтось чув, їх його син. Почав мені розказувати, як це займатися медитацією, я почав займатися тим, виходити в космос, поклоніння дияволу. І знову в церкву. Це було паралельно. Це було незалежно. Я міг робити там і там. Посміхатися людям, цілувати гарно образи, гарно хреститися. Але ввечері я міг поклонятися зовсім іншому. І так проходило моє життя, юначе. І не на тому не закінчувалось. Було багато різних речей. І знову мені щось предложили таке цікавіше, яке приносить якесь, може, більше багато грошей, щоб бути незалежним від батька. Продавати наркотичну сировину. Почав займатися цим, почав збирати це. Великі такі надії, щоб збути це, щоб якісь гроші. І мені це було приємно. Але знову церква, знову батько кличе, каже, Пасха. Пам'ятаю, купляють новий костюм, так гарно вдягають, люди кланяються, батюшки цілують руку, вже чуть не мою цілують. І не знають, що ця рука збирає смерть для людей, що ця рука робила стільки зла і неправди. Люди не бачили цього, але я дякую Господу, що він побачив, що в такій інтелігентній релігійній сім'ї є людина, є такий хлопець, якому ім'я Володя. І Бог змилувався наді мною. Цей син екстрасенса, він покаявся і прийшов до Господа. Він переживав страшні переживання, коли він вночі спав, каже, диявол мене мучив, я не міг. Я допомагав людям днем, а диявол мене вночі мучив. Він розказував про тайні сторони екстрасенсорики. Це все від диявола. І він мені почав розказувати, що він пішов шукати чогось, не знав сам. І змінилося його життя. Знаєте, я почав приходити до нього, і він мені розказує щось. Ісус, слава йому, алілуя, співає, щось молиться. Кажу, ти ненормальний, ти фанат. І ти мені будеш розказувати про церкву, про апостолів.
Та ти не знаєш, що я був в великих храмах. І коли мого батька висвячували в Херсоні, я стояв біля філарета київського. Я був в цій канцелярії, я в цих здорових людей, ми цілували їм руки. Ти мені не розказуй про ніяку релігію, я знаю більше. Але це продовжувалося декілька днів. Я приходив вечорами до нього і не знав, чого йду. А він розказував мені про Ісуса Христа, Сина Божого. І одного вечора він сказав: я не розказую тобі про якусь традицію, про якусь релігію. Я розказую тобі про Сина Божого і Ісуса Христа, який звільнив мене, який перемінив мене і може допомогти тобі. Ви знаєте, щось відбулося дивне в моєму нутрі. Я розумію, що Бог являв свою милість. Того часу я пережив, що щось відбувається зі мною, що якби якась така ломка, як в наркомана, якась така біль, Бог дав мені пережити, до чого я готую свою сировину, для кого і що це буде давати, який результат. Мені стало моторошно, мені стало важко, і я почав згадувати своє життя, яким я був лицеміром, яким я був фарисеєм. Я впав на свої коліна і почав плакати і казати: Господи Ісусе, якщо я потрібен тобі, якщо ти є живий Бог, я не знаю тебе, я відвідав багато храмів, прекрасного золота бачив багато в них, але ніколи тебе там не бачив. Господь, прийди до мене. Щось дивне відбулося вже більше 10 років назад. Кров Ісуса Христа, вона вливалася в моє серце, в моє життя. І ця кров омила всякий мій гріх. З цього вечора я ставав новою людиною. Мій гріх був звільнений і був омитий кров'ю Сина Божого і Ісуса Христа. Я почув про нього, що він страждав на Голгофському хресті і дарував мені нове життя. Я сказав: Ісус, я дякую тобі. Скільки мира було надаремно потрачено в церкві батьком. Скільки наставлень було потрачено. Скільки святої в лапках води лилося на мене. Нічого не могло змінити мене. Але коли я почув, що Син Божий і Ісус Христос любить мене, інтелігента, лукавого і хитрого фарисея, я сказав: Господь, я хочу йти за тобою. Я хочу оставити крадіжки, я хочу оставити це зло. Я порою не любив свого батька і казав: я тільки буду красти в тебе, мені не потрібно бути з тобою. І в той час, в той вечір, це все зло, вся неправда оставила моє серце. І слава Господу! Я полюбив мого батька ще більше. Я був разом з ним, ми спілкуємося з ним. Він ще має церкви, має свої парохії. І немає часу, тому що є багато братів благословенних, будуть говорити слово. Але є багато цікавого, що Бог робив, як Бог міняв, як Бог заходить в наше життя, в нашу сім'ю. Мама почала ходити на служіння, мої сестри, брат, вони почали ходити на служіння, і Бог торкається сім'ї моєї. Я дякую Господу, що Бог піклується за нас, коли ми віддаємо своє життя не релігії, а Ісусу Христу. Амінь. Удаление жизни долог и непрост, мы все время задаем себе вопрос, где и как мы после смерти будем жить, чем сейчас душу свою нам исцелить, где найти покой и где сейчас она, долгожданная и близкая звезда, что светило людям яркость через года, освещая Царство Вечное Христа. Лучших дней назад уже нам не вернуть, но пока земной еще не пройдет путь. Помни, что ты
твоей. Словом Божьим ты ее сейчас согрей. Знай, что годы пролетят, словно стрела. Не позволь, чтобы их забрала суета. Делай в жизни только добрые дела. Счастье ждет, когда тебя у ног Христа. Жизнь немного, мы страдаем, но не зря. Обойти нам испытания нельзя. И с надеждой часто смотрим небеса. Верит вечное спасение душа. Но пока должны мы просто честно жить. Счастье, радость и тепло другим дарить. Все сомнения свои отбросить прочь. И не ждать, что для души настала ночь. Лучше к ней назад уже нам не вернуть. Но пока земно еще не пройдет путь. Вспомни, что ты сделал для души своей. Словом Божьим ты ее сейчас согрей. Знай, что годы пролетят, словно стрела. Не позволь, чтобы их забрала суета. Делай в жизни только добрые дела. Счастье ждет, когда тебя у ног Христа. Слава нашему Господу, друзья, дорогие! Вы знаете, как чудесно и прекрасно находиться в Его присутствии среди народа Божия, среди людей, которые искуплены кровью Иисуса Христа, слышать эти чудесные свидетельства, видеть слезы покаяния. Вы знаете, в жизни пришлось много повидать стран, много поездить, повидеть разных красот таких. И когда приезжаешь в какую-то страну, и тебя спрашивают, ну как тебе нравится у нас? Я говорю, очень нравится. Но ты тут жил? Не. Почему? Я говорю, у вас очень красиво. Но я по-прежнему считаю самой большой красотой, это слезы кающего грешника. Я самой большой красотой считаю слезы того человека, как его Господь оправдал, очистил. О, говорю, если бы вы увидели, побыли бы узбужено в евангелизационном собрании или на съездном собрании. Да у Миши, у Мамони, у хати, там, где преступники когда-то собирались, и люди нашего города, мы с одного города, с братом Михаилом, и я с детских лет слышал о его имени. И я могу вам подтвердить сегодня, что нет такого человека среднего возраста, мужчин особо, вы знаете, которые бы не слышали этой фамилии или этой клички. Дело в том, его звать Миша, а фамилия Мамонько, а уже кличка Мамоня от этой фамилии, как бы. И эту фамилию все знали, вы знаете, что. И благодарение Богу, сегодня все знают уже по-другому. Все знают совсем другие вещи. Вы знаете, когда он покаялся, так еще чуть докладу, потому что не, это промолчать. Я ему говорил, но он как-то упустил это. Он многое что, конечно, упустил. Это можно было несколько часов ему говорить. Вы знаете, когда он покаялся, и выходит у нас дом молитвенный большой, где-то 1300 членов, вот, и с братской стороны он выходит, с сестринской стороны выходит, на пороге встречается майор милиции Лилия Прусова, которая садила его в тюрьму. Это были два злейших врага.
Она была от горисполкома ответственной по, ну, по наркоманам, алкоголикам, преступникам. И она его садила, вы знаете, как говорят, кумом было ему. Вот. И встречаются на пороге, она его как увидела, у нее одежда еще, душа уже новая была, одежды старые были, такие расписанные, знаете, такие штаны у нее были, вот, прическа такая, все, знаете, вид такой его, она как глянула на него, говорит, мамонь, и она сразу, мысль у нее такая была, что где-то к церковной кассе подбирается уже. И она на него, мамоня, а ты что тут делаешь? А он говорит, я покаялся. Она, да, я тоже. Картина такая. Идет служение, встают, поют за одного песельника. Милиционер, майор милиции, которого садила в тюрьму. И бывший преступник, которого она когда-то были злые. Вы знаете, утро в городе. Бежит Миша по городу. Стоят бывшие эти синюги под углом. И спрашивают, Мишаня, куда ты? А он говорит к Прусовой, они говорят, что, сдаваться? Не, кофе пить. О, друзья, они теперь еще, бывает, вдвоем едят в тюрьмы, на евангелизацию, и вдвоем свидетельствуют, что я сделал с ними, Господь. Благодарение нашему Господу. Кто это мог сегодня сделать? Когда смотришь телевидение, когда слушаешь радио, когда читаешь газеты, там изнасиловали, там убили, там преступник взорвал на себе бомбу, унес десятки жизней, там взорвали, там убили, там расстреляли, там то, там другое, там мать продала своих дочерей в рабство, там еще кто-то, там еще, и ужас, и кровь стынет в жилах, когда приходишь в церковь Господню, слышишь, там Господь освободил, там исцелил, там оправдал, там братьями стали бывшие враги. Слава нашему Господу! Это Дух Святой, который сегодня мощным потоком, который делает врагов друзьями, который делает больным здоровыми, который делает грешников спасенными. Благодарение Богу нашему! И мы бывшие такие были, и каждый из нас был такой. Слава Ему, благодарение Иисусу, который искупил нас кровью Своею. Я как-то в прошлый раз, когда я помню, были, я читал одно место Священного Писания. Я проповедовал об этом, но я хочу снова об этом же говорить. 4 глава Бытие, со 2 стиха буду и ниже читать. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Друзья дорогие, по этому прочитанному месту есть некоторые вопросы. Кто-то из вас скажет, зачем нам сегодня этот Ветхий Завет? Зачем это время, когда только начиналась жизнь и было всего лишь 4 человека на земле? Да, друзья, здесь есть много ответов. Вы знаете, Ветхий Завет – это Евангелие в преобразах. Вы знаете, та трагедия, которая разыгралась в
то далекое время сегодня очень часто происходит в нашей среде, в жизни сегодняшнего современного человека, живущего в 21 веке. Один человек принес жертву Богу и другой. Бог принял одного жертву, другого не принял. И на почве этого возникла ревность, и Каин убил Авеля, брат убил брата. Произошла мировая катастрофа, друзья. Погибла 1/3 населения Земли. Всего было 4 человека, и брат убил брата. Сколько сегодня людей убивает брат брата? Ну, вы знаете, на что я сегодня хочу обратить внимание? Почему Бог на протяжении этого Писания, Он трижды говорил, но не к Авелю, а к Каину? 3 раза обращался к Каину. Бог говорил этому человеку. И когда он видел, Бог наблюдал за Каином, и Бог говорит Каину: «Каин, почему не поднимаешь глаза? Если не поднимаешь глаза, если делаешь доброе, почему не поднимаешь глаза? Если не делаешь, грех лежит у порога сердца твоего, но ты господствуй над ним». Ах, друзья дорогие, сегодня можно осудить Каина за то, что он это сделал, злодеяние. Но давайте сегодня посмотрим в наши сердца. Сколько есть такого, что сестра не разговаривает уже долгое время со своей сестрою, брат не приветствуется с братом, что-то между ними. Когда выходят оба с дверей дома молитвенного, один не поднимает глаза на другого, а Бог, Он сердцеведец, Бог видит. Смотрите, Бог смотрел на глаза Каина. Бог обращал внимание, куда смотрят глаза Каина. Он обращал внимание на его ресницы, на его глаза. Он видел его мысли. Богу было жаль Каина. Бог обращался к Каину. Каин меньше всего имел право на Божью любовь, но он в ней больше всего нуждался. Так бывает, так и есть. Богу жалко Каина. Бог обращается: «Каин, почему на брата не поднимаешь лицо свое, если делаешь добро? Но если нет, грех лежит у порога дома твоего». Друзья дорогие, но ты господствуй над ним. Это не был просто добрый совет по отношению Бога к Каину. Это не был добрый совет. Это был якорь надежды, брошенный Каину. Каин, ухватись за эти слова. Они имеют силу. Бог не просто говорит. Когда говорит Господь, его слово имеет силу. Однажды Бог сказал Петру: «Петр, иди». Когда тот сказал: «Позволь мне идти за тобою по воде». И Господь сказал: «Иди». Это не был совет. Но что делает Петр? Переступает борта лодки, и вода, которая никогда никого не могла держать и не может по сегодняшний день, начинает держать стопы Петра. Петр идет, потому что слово Иисуса Христа, слово Божье, оно имеет силу. Каин, ухватись за эту надежду. Зачем тебе быть убийцей брату своему? Друг дорогой, ухватись сегодня за эти слова. Зачем тебе, чтобы слова обиды и оскорбления слетали с твоих уст? Может, ты думаешь: брат не прав, а я брат, а я прав. Не ищи сегодня правоты, сегодня милости ищи. Прости твоего брата, подними на него глаза, обними твою сестру, сестра, не носи вражды. Слово Божье говорит: всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Ты думаешь, ты не Каин? О, а посмотри в свое сердце. В твое сердце наблюдает сегодня Господь. Господь говорит: всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. В твоем сердце подумай о твоих близких. Есть такой человек, с которым ты не хочешь встречаться. Когда вы встречаетесь, вы смотрите в разные стороны. А почему? Задай себе вопрос. Ты скажешь: нет, я его не ненавижу, просто не хочу видеть. Это ложь, друг дорогой, это ненависть. И в глазах Божьих ты есть Каин.
Но вы знаете, Каин не реализовал свою возможность, не ухватился за эти слова Бога Всемогущего, поднял руку на брата своего и убил его. Убил ни за что, убил только за то, что Авель принес жертву Богу от чистого сердца. Авель отдал что-то дорогое, положил на алтарь то, что ему было дорого, не пощадил, не пожалел, но отдал Богу самое дорогое, чем угодил Богу. Богу благодарение нашему Господу. И вот Бог снова обращается к Каину. Каин, где Авель, брат твой? Говорит, разве я сторож брату своему? О, злой преступник несчастный убил брата своего, еще и не сознается. Разве я, говорит, сторож брату моему? А Господь говорит, голос крови брата вопиет ко мне, что ты сделал? Вот ты будешь теперь изгнанником на земле, и земля перестанет давать свой плод. Произносит такой приговор Каину, и тут вдруг Каин проснулся. Он говорит, наказание мое больше, нежели можно снести. И вот ты теперь сгоняешь с лица своего меня. И говорит, теперь всякий, кто встретит со мною, убьет меня. Жалости теперь захотел. Когда убивал брата, он не думал об этом, правда? Когда убивал, поднимал руку свою на брата своего, он не думал о возмездии. Просто убил хладнокровно, а потом еще и не сознавался в этом. Негодяй, правда? Отъявленный преступник, злодей, каких только может и земля таких людей держать. Он еще к жалости к Богу вопиет. А Бог, смотрите, что делает. Говорит, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро, семикратно зашито. Мало того, он еще дает ему знамение, чтоб всякий, встретившийся с ним, не убил его. Вы знаете, я это место Священного Писания знал с самого раннего детства. Я вырос в христианской семье. Мама нас садила на лавку, и когда везде все говорили, что Бога нет, она нам говорила, что Он есть. И читала эти чудесные истории разные из Библии. У нас были свои герои в семье. У нас было 10 человек в семье. И знаете, старшие читали, и мать всегда говорила, про что почитать? И каждый говорит про Самсона, кто-то говорит про Иосифа, кто-то говорит про Давида, давай почитаем. Нам нравились эта история. Но вот эта мне история почему-то всегда не нравилась. Не нравилась тем, что я ее никогда не понимал. Не понимал я одного. Как же ж Бог, Он почему такой, всегда написано, что Он справедлив. Но в этом месте Он никак не справедлив. Я не мог согласиться с Божьей справедливостью. Я думал, Господи, где же Твоя справедливость? Почему же Ты не дал защиту семикратную Авелю хорошему, который что-то драгоценное отдал для Тебя? Почему же Ты семикратную защиту дал этому негодяю Каину? И еще мало того, дал еще и знамение ему, чтобы никто не убил его. Где ж Ты был, когда он убивал брата своего? Почему же Ты Авеля не защитил? А этого несчастного негодяя, злодея, брата-убийцу Ты тут защищаешь уже. И защиту семикратную, мало того, знамение еще ему выдал такое, чтобы никто не убил его ни в каком случае. Но я благодарен Богу, я знаю теперь Его справедливость. Я знаю сегодня ответ на этот вопрос, который долгое время мучил меня. Ответом является, что я тот Каин. Это я тот Каин, убийца брата. Так Библия говорит, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Я тот человек, который осуждал брата. От того человека, который, может быть, был преступником, был нехорошим человеком, мы все равно, или был хорошим, но мне не нравилось, он лучше живет, и осуждал. Да, друзья, дорогие, всякий ненавидящий брата есть человека-убийца, это правда. А преобраз, а этот добрый Авель, принесший в жертву, которая была угодно Богу, ставший первым праведником, есть преобраз Иисуса Христа. Это правда, друзья дорогие, последней инстанции, когда Он, Иисус Христос, был распят нам на кресте Голгофы, когда в Него плевали, когда Его заушали, когда Он был там обезображен, и Его водрузили на
крест Голгофский. Бог Отец смотрел на эту драму. Он смотрел, как грешные люди, как мой грех убивает там Авеля или убивает там Христа на этом Голгофском кресте, но он ничего не сделал. Когда пытались защитить Христа его ученики, тогда Христос сказал, что я мог бы упросить Отца моего, он выслал бы более нежели 12 легионов ангелов, и они бы защитили меня. О, друзья, он бы мог бы это сделать, но не сделал. И Бог видел драму голгофских страданий от начала и до конца, всю полностью. Там умирал на Голгофе Сын Божий, сам собою принес жертву умилостивления, никогда не сказал неправды, никогда никого не обманул, никогда не взял чужое, умирал за того, кто берет чужое за преступников, сделался ходатаем благодарения нашему Господу. Это Божья справедливость, которую сегодня не может познать этот мир. У нас в городе, у меня в церкви, где я служу диаконом, есть в районе еще одна семья, которая особо служит Богу. И вы знаете, их неинтересное свидетельство, когда покаялась жена, и она, у них было двое детей, и муж был бывший прапорщик, он был пьяницей, и у них начали рождаться, когда она покаялась, она сказала, я дальше не могу так жить, как жила, и она начала рожать детей. Родилась третий ребенок, четвертый, пятый, она забеременела шестым ребенком. Но вы знаете, жизнь ее медленно и уверенно превращалась в ад. Потому что муж ее, он не смотрел за этими детьми, он не помогал ей, он не давал средств, но даже и отнимал деньги, которые давали на детей. И он приходил часто пьяным, он устраивал дебоши, уходил на 3 дня, возвращался без денег, требовал, чтобы его кормили, требовал, чтобы давало еще чистую одежду, хорошее белье. И он, знаете, причинял очень много горя своей жене. Она молилась ночами за мужа своего. Она вопияла к Богу. Бог давал силы тянуть этот крест. Когда она была 6-м ребенком, беременна, уже была на большом сроке, она однажды упала на колени в измождении и начала Богу молиться. Господи, если ты не выйдешь навстречу, я погибну. Я чувствую, мои силы кончаются. Я больше не могу его нести на руках молитвы. Я чувствую, я его ненавижу. Он не может быть нормальным человеком. Его любить за то, что он творит, нельзя, за его загулы, за его пьянки, кутежи, за его отношение ко мне и к детям. Он ее называл, обзывал разными обидными словами. Он говорит, что ты мне рожаешь, это на счету, на свет, кто их кормить будет. Он детей обзывал оскорбительными словами, и ее, это больно жалило ее, она не могла его любить. И однажды она начала молиться, Господи, я чувствую, я пропаду, я не смогу, кончатся силы мои, погибну и я, и мой муж погибнем, мы вместе, и дети мои. Я прошу тебя во имя пролитой крови, дай мне любовь к этому человеку. Я не могу, у меня моих чувств нет. Я хочу, чтоб дал свою любовь. Я нуждаюсь в твоей любви, в твоей, которую ты принес в этот мир путем своих страданий. И однажды, это было поздним вечером, прошло короткое время, приходит этот человек, выпивший поздно вечером домой, и устраивает дебош, скандал. И он начал грязно ругаться на нее, и этим самым причинял глубокие страдания его, ее сердцу. И потом он распалил себя ненавистью и начал бить ее в живот, когда у нее там в животе была жизнь, когда у нее там она, ну, был на большом сроке беременности она была. Он начал бить ее живот не просто так, он начал бить на поражение со всей силы, очень больно, тем самым причинил неимоверные физические и душевные страдания и учинил такой страшный скандал, причинил такую неимоверную боль. Он ушел из дому, и через 2 часа он вернулся еще более пьяным, грязным,
грязь стекала по его одежде. Он хотел разуться, но так там и свалился у прихожей. И она подошла к нему вдруг и говорит: «Не надо, Славик, разуваться, не надо. Это уже не имеет никакого значения». Она его взвалила на плечи свои, заволокла в спальню, положила на чистые простыни, раздела, понесла в ванну, это все простернула, повесила сушиться, приходит, легла рядом с ним, взяла его руки, положила на свой живот, обняла его за голову и начала молиться: «Дорогой Господь, во имя Твоего, Сына Твоего Иисуса Христа, во имя пролитой крови, я люблю этого человека, во имя Твоих ран, во имя Твоей крови, страданий Твоих, я прошу, молю, спаси его, не воздай по его делам, по его злобе, по его преступлениям, но милость прояви к этому человеку, я так хочу во имя пролитой Твоей крови, чтобы эти руки, которые били плод чрева, мой, чтобы они благословляли его, чтобы пришло такое время, чтобы они благословляли моих детей». Он лежал пьяный и храпел, она лежала и молилась вечному Богу. Приходит короткое время, Бог Духом Святым коснулся его сердца, пришел на собрание, склонил колени и там плакал и молил Божьей милости. И Божья милость пришла, благодарение нашему Господу. И когда в это Рождество прошлого года, 25 числа, мы у них в квартире собрались районом, просто чтобы отпраздновать рождение Иисуса Христа, накрыли скромный стол, чаек, там, знаете, кофе, тортик, и собрали, они пригласили соседей неверующих, друзей своих, пригласили сестер, у которых неверующие мужья, мужей, братьев пригласили, у кого жены еще неверующие, и там каждый свидетельствовал, что сделал в его жизни Господь. И этот хозяин дома, он сегодня проповедует, каждый четверг там домашняя церковь собирается, люди, и он проповедует, Слово Божие берет в руки. И вы знаете, он тоже свидетельствовал и говорит: «Знаете, братья, чего я сегодня не могу понять?» Говорит, а у них родился здоровый ребенок, Кирю, его Ильюша назвали, Илья, ему теперь 3 годика уже. И вы знаете, он говорит: «Теперь этот Ильюша для меня как бы особо дорог. Но знаете, говорит, что я не могу понять. Всякий раз, когда я с ним ложусь спать для того, чтобы он заснул, вы знаете, я ему читаю все, вот, про Библию детскую рассказываю, что, чтобы он заснул. А он говорит потом, говорит, когда засыпает, он всегда-всегда, говорит, начинает мне шептать разные ласковые слова: «Мой папочка, мой драгоценный, мой самый хороший, ты мой самый любимый», и целует мои руки. Он целует мои руки, а у меня сердце разрывается на части, потому что он не знает, что когда-то эти руки принесли в его жизнь. Он не знает, а я-то знаю. Мое сердце разрывается, а он целует мои руки. Ах, друзья дорогие, когда я услышал это свидетельство, я вспомнил, почему 53 глава Исаия, она всегда как-то интересно начинается. Кто поверит слышанному от нас, кому открылась мышца Господня? Он зашел, как отпрыск, как росток из земли, и не было в нем вида и величия. И дальше там такие есть слова: «Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились». Благодарение Богу, друзья дорогие! Кто может поверить в такую справедливость Божью? Мы были преступниками, это наши грехи, наши беззакония. Его вознесли на крест Голгофы, на крест скорбей. Это мы тот Каин, это мы тот несчастный грешник, каждый из нас. Благодарение Богу, но Господь, Он взял, возложил другого, кто не сделал греха, чтобы Он принял жертву милостивления за наши грехи, за наши преступления. Благодарение Богу, дал семикратную защиту, мало того, дар Духа Святого. Аллилуйя Ему слава, благодарение вечному Богу. Ему пусть за все будет слава, Ему пусть будет хвала. Друг дорогой, стоявший на этом месте, пересмотри твою жизнь. Пересмотри твои отношения. Может, ты тоже когда-то ходил выяснять обстоятельства, добиваться правды. Ах, как меня обидели, меня оскорбили. Накажите его, я не прав. Или я прав, я не виноват, а кто-то виноват. Друг дорогой, подойди.
подойди к твоему обидчику, обними его и скажи: и прости меня, брат, это я преступник. Есть только один праведник, Иисус Христос. Слово Божие говорит: все согрешили, все лишены славы Божьей. Ему за все пусть будет вечная слава, вечному Богу. Аминь. Я прийду вже скоро за тобою, і візьму тебе я в небеса. Я купив тебе ціною крові, вірна я, голубонько моя. Шум ні води не засять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не засять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Скоро сурми голос залунає, всі почують надзвичайний крик. Суд гряде над грішною землею, ти ж готова будь у кожну мить. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. День весілля скоро наступає, в небі приготовлене тобі. Там Єрусалим тебе чекає, будь до смерті вірна я мені. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Наше служіння, сестри, брати, продовжується. Ще тут є багато таких, які хотіли б сказати дійсно, що Господь зробив в їхньому житті. Так що, хай вас Бог благословить, молімося, брате. Слава Богу, брати і сестри. Я думаю, що ви вдячні Богові. І те, що ви піднімали руки, щоб продовжувалося, це добре. Ви пам'ятаєте з Євангелії, що одного часу Ісус проповідував так довго, що навіть учням показали, що задовго. Він проповідує, а вони ззаді до нього: вчителю, відпусти людей, закінчуй вже. Хай йдуть в оселі навколишні та куплять щось собі поїсти. А Господь їм каже: а ви тоді нащо? Ви дайте їм їсти, я проповідую, а ви дайте їсти. І ви пам'ятаєте, що сталося? Пам'ятаєте? І я вірю, що це буде сьогодні. Алілуя! Бо Бог каже: я знаю, який маю намір про вас. Брат Василь Кравчук
переживав, як то буде, хто буде проповідувати, хоч він знає, тут є багато. І як буде навіть те, чого не думав є. І міліція приїхала, і розпорядили з транспортом, і поставали на перехростках, я дивлюсь, такого ще не бачив. Буси туди їдуть, легкові сюди, все передбачено, браття, сестри. А зараз вже, думає він, вже кінчається. Прийду додому, вздихну, але не знає, що Бог в своєму намірі положив за цей народ. Алілуя! Я знаю, каже Господь, який я маю намір про вас. І отой грішник, за яких сьогодні проповіли, що то ми всі такі, думає, ну да, оті, що там близько біля сцени, то про них думає Бог. А Бог каже, ні. Я це люблю нагадувати. Нєєман вривається у місто якесь ізраїльське на білому коні. Раз дивиться дівчинка і думає, мелькнула така думка. Оце буде помічниця, рабиня в моєму домі. Взять! Її беруть, а Бог зверху Нєєманові ніби каже, Нєєман не чує. Рабиню береш, визволителька твоя буде. Ви бачите, що робить Бог? Він бере рабиню, а Бог з її робить визволительку. Ти прийшов і ховаєшся там під забором ззаді, думаєш, да такі, як я, то напевно ще 5 метрів не дозволено йти, бо я такий грішник. А Бог тебе сьогодні виведе з твоєї темниці. Той гріх, який тебе в'яже, якого ти робишся полонянином, сьогодні залишить тебе, бо так сказав Господь. Алілуя! Алілуя! Я благодарю мого Бога. Браття, сестри, ви його бачите сьогодні? Я величу його ім'я, бо він є живий серед свого народу. Алілуя! Я, браття, сестри, хочу коротесенько, вашої уваги багато не хочу затримувати. Читаю тільки такі слова, де сказані самим Христом. А Ісус відповів, до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло й кров тобі оце відкрили, але мій Отець Небесний, кажу я тобі, що ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву мою, і сили адові не переможуть її». Алілуя! Дозвольте мені сказати одну річ. Я думаю, що тут з усіх братств є народ Божий. Реєстровані, нереєстровані. З 6 союзів, бо я вже нарахував тих, кого знаю, з 5 союзів, що тут є наших, п'ятидесятницьких. І ви подивіться, як ви стоїте уважно, ще й руки піднімаєте, кажете, продовжуйте. А ви ж не бачите ваших лідерів, ви не бачите ваших єпіскопів. Хто ж вас тримає тут? Я побудую церкву. Алілуя! Я побудую церкву, каже Ісус. Я благодарю моєго Бога, що він продовжує будувати. Я пам'ятаю, колись у Броварах, ще я був юнаком, був в церкві нереєстровані. Пам'ятаю, зійшлись ми в лісі. Іванов такий був єпископ, хто знає старших братів. І він вже був, нас вже чоловік 100 було, напевно. І тут кажуть, оточують ліс. Правда. Він сказав, розходитись в 4 сторони. Ми всі, хто куди, я так в сторону тоді ще не було. Отут на Дарниці заселено, були такі плавні, ми в ту сторону, а в лице йдуть 2 солдати. Наперевес автомати, так через 2 метри, і так оточують. Господі! Закрив очі і біжу прямо на його. І не знаю, де він подівся, я тільки очутився в малиннику такому, обтерся. Але на другий день зібралися і питають, ну що, браття, як? Всі вийшли, тільки 2 оголених наших брати на лисо. Як почали ми дякувати Богові, Господь провів, браття, сестри, отак ішло будівництво церкви. Його будував Господь. Сьогодні нас ніхто не переслідує, ніхто на нас овчарки не пускає, ніхто нас не ловить, ніякі воєнні, подивіться, де вони стоять, вони охороняють вас по дорозі. Браття, сестри, але ви чули, що Бог говорив через брата із Фінляндії сьогодні до нас? Чули? Хай наші вуха сьогодні будуть ще більше відкриті. Господь сказав, я побудую церкву. Алілуя. В якому ти братстві?
не стоїть питання, в якому єпіскопаті ти. Господь заявив: я будую церков. Алілуя! Алілуя, браття єпіскопа, пресвітера, діякона, славте Богові, що будівництво церкви Бог не доручив ні для кого, я буду будівничим. Алілуя! Я знаю, що він сьогодні буде хрестити Духом Святим. Він уже багатьох хрестив Духом Святим. Коли ми молились на середній молитві, я сам чув, як Дух Святий говорив: я буду помазувати сьогодні моїм помазанням п'ятидесятниці. І я бачу, як сповнялися Духом Святим ті, які ніколи не були сповнені. Алілуя! Я будую церков, говорить Господь. Алілуя! Це не перше спасіння, якому проект був даний Богом. Там будівничим архітектором був Ной. На сьогоднішній день Господь заявляє: я буду будувати церкву. Алілуя! Тобі аж не віриться, що твій сусід Іван, п'яниця, може бути в церкві. Но ти здивуєшся, Іван буде в церкві, бо будівничим її є Господь, його любить Бог. Алілуя! Ти про нього думав, коли зустрівся там на перекрестку, і він сюди їде. А він чого сюди їде? А вона чого сюди приїхала? Я будую церков. Алілуя! Алілуя! Дозвольте, браття, сестри, щоб сьогодні Дух Святий це робив на ваш подив, щоб той, якого привезли сюди, сьогодні став свідкувати, щоб той, якого ви вважали окаянним Каїном, за якого говорив Господь, щоб він сьогодні встав і прославив Господа на ваше здивування. Ви давно віруючі, но ви сьогодні здивуєтеся, бо будівничим церкви є Господь. Алілуя! Алілуя! Я благодарю Бога, що Лаодікія, яка заснула, Лаодікія, яка сказала: я багата, я знаю, я все бачу. Господь їй сказав: ти ніща. А вона підтверджує: я закупила санаторій в Ялті. А вона підтверджує: Шацькі озера я рукою моєю беру. Міста відпочинку я для народу готую. А Бог каже: ти є бідна, ти є нещасна, ти є сліпа, ти є нага. Проси у мене. Алілуя! Алілуя! Хто вас об'єднав, браття і сестри, з усіх напрямків, з усіх братств? Хто вас сюди привів? Який єпіскоп вас сюди закликав? Покажіть мені запрошення вашого єпіскопа. Вас зібрав Господь! Алілуя! Його церква переслідуєма! Його церква принижена! Його церква йде за Ісусом! Алілуя! Алілуя! Вона терпить його церква! І я благодарю Бога, що Лаодікія відпустить істинну церкву, яка на хмарах буде зустрічатися з Ісусом! Алілуя! Алілуя! Благодари Бога, що тебе привів на це місце, Господь! Алілуя! Дякую, Ісуса Христа, що ти попав на Карміл! Ти попав туди, де жертвенник Божий складає Божий пророк Ілія. Він бере каменя, рувім. Чого ж ти валяєшся на Кармілі? Заволон, чого ти валяєшся по Кармілі? Нефалім, чого ти валяєшся? Хто зруйнував жертвенник Божий? Алілуя! На що вигляділа гора Карміл, браття й сестри, коли на колісниці Ахав під'їжджає, коли Єзавель об'єднала в один союз всіх пророків, коли все було згуртоване, один Ілія стоїть, розвалене валяється каміння, 12 колін Ізраїля, но на гору Карміл дивиться Бог. Алілуя! Йому банки твої, Ахав, не треба. Йому твої авторитет, твоїх пророків не треба. Бог дивиться на вірного слугу, який каже: підійдіть до мене.
І там подібно як нас стояло. З насмішкою глянули, що ж цей обірванець буде робити. Розвалений його жертівник. Він одинокий стоїть, но він сповнений відваги, він сповнений рішучості. Підходьте до мене, за кількістю вас в тисячу разів більше, но мій Бог живий. Складає каміння одне на друге, 12-й положений, жертва положена, вилито все. Піднімає очі, Господі, я зробив все по твоєму слову. Алілуя! Ви зробили все, дорогі християни, ви стоїте покірно. Дозвольте тепер Господу зайти. Амінь. До вашої потреби, до вашої нужди, тебе гріх топче, тебе гріх в'яже, тебе гріх добиває до краю. Но ти попав на карміл. Алілуя! Колісниця Ахава нічого не значать. Пророки поважні нічого не значать Ахаові. Значить Бог і його слово. Алілуя! 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 Я вірю, що його Дух Святий зараз тебе вишукує, тебе шукає. Ти зараз станеш очевидцем. Бог є Господь, Господь є Бог, Господь є Бог, Господь є Бог. Зв'язаний в'язень вискочим на волю. Це будеш ти сьогодні, благодари Бога. Карміл, карміл, карміл оправдавсь іменем Господа. Алілуя! Я благодарю Бога, що його рука протягнута до твого серця зболеного. Твоє серце сьогодні, яке звільняє рука Ісуса, зараз, в цей момент, узи диявола злітають з тебе. Замки диявола руйнує рука Ісуса. Він переміг. Йому немає значення, в якому ти братстві, в якому ти союзі, що ти підтримуєш, кого ти підтримуєш, він Бог. Алілуя, алілуя, відкрий твоє серце, дозволь Духу Святому сьогодні в твоєму смиренні, щоб він зайшов до тебе і окови диявола зруйнувала влада Божа. Алілуя, я благодарю Ісуса, Господь тебе шукає, Бог тебе чекає, грішнику, тобі сьогодні Господь подарував день твого виходу з твоєї темниці. Алілуя! Я благодарю Ісуса! Тебе зве Господь, Дух Божий, привів тебе на це місце, щоб тобі ще раз показати, що він помер, воскрес і гряде! Алілуя! 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 Я побудую церкву, і ворота пекла не здоліють її! Алілуя! Ти непотрібний, нещасний, на тебе бере в руку Господь, і я зділаю вас живими камнями. Алілуя! 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 Тебе кличе Господь, тебе кличе Божий Дух. Прийдіть до мене всі знеможені і струджені, я дам вам спокій, заявляє Господь сьогодні для тебе. Алілуя! Хто хоче покаятись, підносьте ваші руки, жде на вас Господь Ісус! Жде на вас Господь Ісус! Підносьте ваші руки, хто хоче покаятися, вас жде Господь! Алілуя! Проходьте наперед, хто може, за вас буде молитися церков! Сьогодні незалежно, я ще раз повторюю, церков будує Господь. Тобі диявол каже, та ти не годний стояти за дверями там, за воротами, но до тебе говорить Господь, я жду тебе, сину мій. Тобі диявол каже, як спитає, де я подівся. Батько чекає тебе з об'яттями своїми. Попадай в руки Ісуса. Алілуя. Проходьте наперед всі, хто підняв руки. Хто хоче покаятися, за вас буде молитися цей народ. Божа милость прийшла до вашого життя, на вашу долю. Випав щасливий жереб. Проходьте вперед, дайте пройти людям. Ми будемо молитися, Господня рука
сьогодні проявляються у здоровленні, в звільненні, в прощенні, в помилуванні. Алілуя! Алілуя! Ти розглядаєш, чи немає брата, на якого ти покладався. Ти дивишся, чи немає єпископа, який рукополагав, який робив служіння. Тебе чекає Ісус. Алілуя! Він будівничий своєї церкви. Проходьте наперед, дайте пройти людям. Господь, віримо, сьогодні торкається твого серця. Ти не можеш справитися з гріхом, який тебе кожен день добиває. Ти вже сотні разів казав, я більше не буду робити. Но він тебе чатував на другий день. Він знову тебе уловляв в свої тенета. Сьогодні Господь тебе кличе, прийди до мене. Я звільню тебе. Алілуя! 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 Проходьте, вас де Господь! Всякий сором відкиньте! Перемога за Ісусом! Алілуя! Ваше оправдання, Господь! Може, ти в християнській сім'ї виховався? Може, за тебе день і ніч молиться мама? І ти попав сюди? Тебе привів на це місце Господь! Іди наперед! Твоя перемога! Твоя перемога – це Ісус! Алілуя! Він не посоромився тебе! Він не соромиться тебе! Він чекає на тебе! Алілуя! Алілуя! Проходьте, проходьте, хто ще є! Підносьте ваші руки, щоб ми бачили, чи ще є люди, які хочуть покаятися! Алілуя! Ми будемо молитися зараз, брати і сестри! Ми віримо, що рука Ісуса протягнута! Рука Ісуса протягнута на визволення! Ви подивіться, як диявол нищить український народ! П'янство, наркоманія, розпустство, неправда, гріх, зло, насильство! Це все окуповує мільйони людей! Но Господь проголошує, я прийшов спасати! Алілуя! Ти дивуєшся, що він іде? Ти дивуєшся? А з тебе дивувались, коли ти йшов. Сьогодні ти дивуєшся. Но милосердний Господь сьогодні Каїна переслідує своєю любов'ю. Ви чули, як говорив Господь через брата? Переслідує, йде вслід за Каїном. Не суд йому несе, а йому пропозиції на спасіння. Алілуя! Дорога життя, смуток часто буває, і питають мене, яка в тебе журба. Що гріх, він не спить, не дрімає, і біль серця й душі він приносить мені. Пошли.